Здравствуйте, дорогие выживатели и выживальщицы. Добро пожаловать на канал Шведомёт. Сегодня мы с вами продолжаем играть в новую игрушку, которая пока что недоступна. Игрушка называется Soul Mask. Наша задача на сегодня, в общем, добиться нового вида вооружения, во-первых. Во-вторых, одеть персонажей, если получится, в бронзу. И, собственно, от этого мы будем уже отталкиваться дальше. Играем мы на сервере NAEU Creator PvE, ну, потому что PvP-шных в принципе нету, и играем на том, что есть, собственно. Игруха, короче, очень зашла. Она зашла нам на PvP в ZBT. Вот, очень прикольно было поиграть. И есть возможность показать вам игрушку, потому что 15 января, короче, сейчас, секундочку, 15 января у разрабов будет известна какая-то новая инфа. Возможно, они, объявят о каком-нибудь, я не знаю, открытом бета-тесте, да? Возможно, вполне вероятно, они откроют, типа, дату релиза, то есть тоже непонятно. Вот, какую инфу они предоставят, соответственно, игрокам и своей аудитории, это тоже неизвестно, поэтому мы с тобой, так скажем, плотненько следим за этим делом и, собственно, и следим за этим делом, как бы, как-то так. Ладно, погнали. Мы, значит, закончили. Опа. Так, Русик тут уже вкалывает. Обезьянка-шведоч тоже чем-то занимается. Чем занимается? Просто ходит. Блин, ну вообще это очень на меня похоже, кстати. Я максимально люблю в таких выживалках ходить и ни хрена не делать. Поэтому. А давай первым делом. Первым делом выкинем тухляк, потому что тухляк нам не нужен, поэтому закинем его сюда. Тупо в костер скинем, ребята придумают, что с ним сделать. Вполне вероятно. Так, 2 часа будет что делать. Вполне вероятно, значит, что. А где? А, это у меня грибы протухли, что ли? Вполне вероятно, что я забыл, что я хотел сказать. Это вот максимально вполне вероятно. Поэтому точим. Кушаем грибы, кушаем мясо. Это дает определенный бонус, так скажем, к эффекту выживания нашего персонажа. И идем, пока ребята не подтянулись, идем, значит, заниматься. О. А, у меня есть такие дуалы. Короче, идем заниматься каким-нибудь, не знаю, сбором чего-нибудь. Потому что лута нам нужно. Опа, нифига. Смотри, а парни тут уже огород сообразили. Смотри, загон есть. Теперь появился какой-то огород. Это очень интересно. Я почему-то больше чем уверен, что с огородом у нас морочился Рус. Да? Так, ладно, пойду чуть-чуть тогда подсоберу травы. Потому что стопудово меня сегодня опять будут подкалывать швед. Нам нужен Лайнен. Нам нужно много Лайнена. А чтобы скрафтить много Лайнена, нужно насобирать, короче, определенное количество ресурсов. Да, в нашей ситуации это непосредственно что? Правильно, непосредственно. Непосредственно, собственно. Трава и различные растения. Из них мы будем крафтить Лайнен. Как я понял, он очень довольно-таки востребован именно непосредственно в крафте вещей каких-то определенных. Вот, поэтому мы с тобой все это дело будем сейчас делать. И когда чуть-чуть мы с тобой побегаем, как и вчера, по старой доброй традиции, я побегу к ребятам в Дискорд, и там мы уже будем продолжать все вот эти наши мероприятия. То есть чисто теоретически цель на сегодня посмотреть новые локации, возможно, получится загреть и забайтить каких-нибудь, не знаю, пантер, например, да, если найдем. Хотя, в смысле, не если найдем, а когда найдем. Потому что мы, в принципе, знаем, где обитает пантера, и, собственно, будем фармить с нее различные шмотки, потому что с нее падает шкура, благодаря которой тоже можно крафтить какие-то нужные вещи, в общем. Между тем, как говорится, не забывай на ютубчике прожимать лайк. Да, приходи на ютубчик. Приходи, значит, вот это вот все. И мы будем смотреть и пробовать игру. Правильно? Правильно. Так, мне нужен Лайнен. А давай вот так. Потом вот так. Много. Поменьше. Тут, кстати, что прикольно, ты когда бегаешь, что-нибудь крафтишь, оно у тебя качает по-любому опыт. И это очень даже имбово. Правильно? Правильно. Потому что что? Потому что... Да потому что, я не знаю, ну просто оно качается и качается. Ты бегаешь, просто крафтишь, а у тебя идет опыт. Это очень имбовая история, на самом деле. Так, и мы тем временем давай сбегаем
на локации, где мы можем поднять ресурсы, да, то есть старые добрые кого? Старые добрые кристаллы, благодаря которым мы будем прокачивать персонажу, ну, типа, различные умения. Вот, как бы. Как вам вообще игрушка? Ой-ой-ой, в смысле, тихо, пацаны, у меня же стамина мало. Тихо, тихо, ребятушки. Нравится тебе вообще подобного жанра игры? Я не знаю, может быть, ты больше любишь Days, например, или Scum? Вот, любишь ты Soul Mask? Нравится ли тебе Soul Mask уже непосредственно вот прямо на том этапе, на котором мы с тобой ее смотрим, эту игру? Так, мне нужно, кстати, будет прокачать стамина, блин, но я не особо уверен, что благодаря вот этой штуке, у нас будет очень хорошо восстанавливаться стамина. Вообще не уверен абсолютно. Но пробовать надо в любом случае. Ну, иначе как мы узнаем, что стамина восстанавливается или нет? Но я не особо заметил, если честно, какого-то супер какого-то хорошего прироста. Поэтому, как говорится, что есть, то есть. Особо какого-то супер прироста не заметил в плане восстановления стамина. Она жрется очень сильно. Если большое количество мобов, она тратится очень быстро, восстанавливается. Не, окей, восстанавливается она, допустим, нормально. Типа, если предположить, что дальше мы тоже будем прокачивать именно ветку восстановления стамина, а стамина в этой игре очень важна, ребят, максимально важна, это ветка стамины. Вот, поэтому, вот видишь, мы тупо пробежали на шифте, все, стамина закончилась, он так будет дышать, пока он вот, собственно, не восстановит ее полностью. Прожал приветики. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, ребят, да, кто присоединяется, ручки, привет, Мариф, привет. И всем новым приходящим зрителям, здравствуйте. Не забывай подписаться, кстати, на YouTube, на Twitch. Ну, если есть желание, если тебе нравятся подобные игры, подобные видосики, стримы, вот это вот все, на YouTube можешь прожать еще твой старый добрый лайк. А нам нужно что-то скинуть, потому что у меня чего-то очень много, и стамину очень хорошо просаживает. Вопрос, что? Давай вот это попробуем выкинем. Сомневаюсь, конечно, что... Опа, ребятушки. Сомневаюсь, конечно, что... Куда ты побежал? А куда ты побежал? Да подожди, я... Да не хотел я... Нет, не хилься, брат. Я ж не хотел хилить. Бежит, бежит, бежит. Бежит? Или не бежит? На нас только что собака шагрилась, но я... Не вижу, куда она делась. Это очень странно, потому что она может выпрыгнуть... Так скажем, в не особо удобный момент, да? Разделаем сейчас его соратника, значит, со товарища. Берем обратно дуалы. А, собака вон. А, она просто, ну, короче, очканула, понимаешь, и не стала на меня полноценно, типа, агриться. Она увидела, что ее тиммейты влупили, и такая, не-не-не, ребят, типа, я тормозну здесь. Короче, открываем мешочки, сундуки, точнее, забираем кристаллы. Пока что куда тратить кристаллы, я хрен его знает, но обязательно надо будет придумать, куда это потратить, потому что это действительно важно. Это я не знаю зачем. А, фэнг, по-моему, вот эта штука нужна, кузнечики нахрен не надо. А куда мне столько лайнена? Вот вообще не жалею, что начал качать дуалы. Потому что они очень офигенно, во-первых, они вешают, значит, кровотечение персонажам вражеским, да? Ну, типа и животным, и челом. А во-вторых... Во-вторых, раздражает стамина. Вот реально раздражает. Вот хотя бы дыхание вот это сделали потише. Так, значит, пойдем тогда скинем то, что мы уже налутали. И пойду пособираю жетончики, потому что они нужны будут для прокачки персонажа. Да, это у нас делается через кнопочку Т. А, нам нужен 25 уровень. Ау. То есть, чтобы прокачать оружие больше, мне нужен 25 уровень. Так, а здесь что-то там плюс 50. А, плюс 50%. Подожди, а давай посмотрим, что тут пишут, потому что, мне кажется, тут вполне вероятно какая-то важная информация. Единица хранения, в которой хранятся некоторые базовые боевые знания. После ремонта его можно будет использовать подсознательно во время боя. При атаке голыми руками или перчатками скорость роста мастерства плюс 25. А, все, я понял. Короче, типа это прокачивает, значит, скорость прокачки твоего оружия, которое ты используешь непосредственно.
Окей, допустим. Ладно. Только самая подстава в том, что у меня персонаж всего лишь 16 уровень. А чтобы ему прокачать, так скажем, перки второго грейда, ну, тира, я не знаю, как угодно, второго уровня, окей, нам нужно апнуть 25 уровень персонажа. То есть, скорее всего, это даже не на этом стриме, потому что у меня есть такое предположение, что мы 25 уровень сегодня не апнем. Хотя это не точно. Если заморочиться, может быть и получится, но что-то я сомневаюсь. Хотя, если чисто... Блин, как раздражает вот это вообще. Поэтому, когда игрушка выйдет в ОБТ или в релиз, короче, стамину до самого конца никогда не опускайте, потому что она, во-первых, восстанавливается противным вот этим звуком таким. Ну, это типа не особо прикольно, так скажем. Но стамину очень нужно. Стамину, ребят, надо качать обязательно. Это прям вот имба. Понятное дело, можно предположить, что, блин, ну, типа, жалко стамину прокачивать, лучше вкачать, типа, в урон, там еще куда-то. Да, но нет, как бы. Потому что если будешь вкладывать, ну, типа, в ближний урон, ну, вообще в урон, в принципе, да, или в ХП, то стамины будет жестко не хватать. По сути, ни урон тебе не понадобится тогда, ни ХП не понадобится, если у тебя не будет стамины, чтобы можно было расфигаривать вражину какую-то. То есть стамина в этой игре, она, ну, типа, действительно важна очень. Давай отнесем, я накрафтил дофига всякой штуки пока что. Сейчас побегаем по кристалличкам, потому что нужно прокачать персонажа, потому что ребята, мои соратники, тиммейты, значит, пацаны, ребятушки, они, конечно, играют чаще меня, да, пока я на работе, у них есть время, значит, поразвивать персонажа, правильно? Так, и, значит, скидываем то, что мы можем скинуть туда, куда не нужно. Ну, окей, ладно, начнем с этого ящика. Не, на самом деле, ну, типа... Так, это... А, стоп, это тупо сундук, это нам сюда не надо. Скидываем, скидываем то, что нам действительно не нужно. Вот, например, костяшки такие, они нам нафиг не нужны. Скидываем. Кости скидываем. А кожу сюда же. Не знаю зачем. Хотя, это, кстати, это другая кожа. А, это кожа, а это шкура. Наверное. Но, кстати, да, скорее всего, это кожа и шкура. Но нам с тобой не принципиально... Правильно? Потому что главная задача — скинуть полезный лут, который может пригодиться для нашего трайба. Трайб — это очень важная история. Особенно в этой игре. Да, потому что персонажа надо будет развивать, как бы. И развиваться совместно, потому что... когда, значит, совместно все вот это вот делаешь, естественно, персонаж качается... Ну, побыстрее, когда у тебя есть возможность скрафтить какие-то, ну, типа, нормальные шмотки, как минимум, правильно? Так, ну, раскрою здесь, сюда ее тоже и скинем. Так, мясо тоже сюда. Да, оленьи рога тоже сюда. Там ребята разберутся. Так, здесь у нас... Нам нужно с тобой, во-первых, стакнуть все. И посмотреть, что мы куда еще можем закинуть. То есть мы с тобой крафтим это что, файбер. Подожди, а где у нас... А чё они не вот так вот не делают? А где у нас... Подожди, а где у нас... Так, это соль, это не то, подожди. Оружие. Блин, кожу надо было в оружие скинуть. Ну ладно, уже поздняк. Подожди, костяные шмотки. Костяные шмотки. Фига себе, когда они успели скрафтить костяные шмотки, типа. Подожди, у меня какие? А у меня хайт. Хайт. А, подожди, у меня кожаное, а то уже костяное. Вот это нормальная тема. Вот это, ребята, вот, понимаешь, делом нужным занимаешься, не то, что я вот это вот. Так, мясо скидываем, грибы скидываем. Лайнен. Лайнен. Блин, надо найти, куда лайнен скинуть, я что-то... Не особо, если честно... ящики стоят. Ящики стоят, и в ящике лайнена будем скидывать, собственно, правильно? Ну, а для чего еще ящики, правильно? Чтобы скидывать лайнен к лайнену. Короче, я хрен его знает. Лайнен скидываем, и у нас, по идее, очень хорошо подосвободился сейчас, что правильно. Вес персонажа, который у нас, собственно, используется. Трикроуп. А что такое трикроуп?
А, ну у меня его здесь просто-напросто нет. А трэч он тратится у нас на... Подожди, трэч, кстати, тоже можно вообще в принципе выгрузить, потому что он нафиг не нужен, он тупо занимает место. Но опять же, я правда не знаю, пригодится он нам как-то или нет. Поэтому все, значит, непонятные истории, которые у меня есть, я скинул. Персонажа прогрели. И погнали собирать... Блин, а куда гнать собирать? Тут Русик, наверное, все уже, наверное, бежал. Он куда-то целенаправленно бежит, я не знаю куда. Мы с тобой давай сбегаем, наверное, на вот эту локацию. Хотя вполне вероятно, что там были уже вражеские какие-то поселения, которые типа успели там залутать уже что-нибудь. Правильно? Потому что мне нужны вот эти кристаллы. Вот эти кристаллы. Не-не, вот эти кристаллы. Зеленые кристаллы, чтобы прокачивать, значит, непосредственно маску персонажу. То есть, да, вот эти все умения довольно-таки полезные, нужные штуки. Особенно на урона. Стоп, но перед тем, как мы пойдем... Подожди. Перед тем, как мы пойдем, мне нужно починить, значит, оружки, починить... Косу мне надо починить. Чтобы починить косу, мне нужно стоун и флинт. Окей, тут есть стоун, флинт. Флинт и стоун нам нужен. То есть нам нужен, получается, флинт, стоун. Не, ну логично, правильно же? Флинт и стоун. Получается, как... Типа в мультике из детства, как бы. Только вопрос, где их найти? О, стоун, ништяк. Теперь мы открываем с тобой. Ремонтируем нужные нам предметы. Если можем отремонтировать, ремонтируем. Если не можно, то значит не можно. Так, Бистбон, Хардвуд и Лизер. Бистбон, Хардвуд и Лизер. Бистбон, Хардвуд и Лизер. Я, кстати, где-то это видел. Так, Лизер. Хардвуд. А, Бистбон. А, Хардвуд и Лизард. Лизер. Так, окей, это я могу скрафтить. Починить. Ну, господи, а почему я не могу? А, я не могу. А, подожди, значит, у меня не прокачано. У меня, значит, костяные технологии. Костяное оружие, скорее всего, не прокачано. Наверное, да? Так, мне нужны дуалы. Да, дуалы прокачали. И, собственно, если что, надо... Лук. А, ну лук у меня тоже прокачан. Это я и что смогу починить тоже. Могу чинить? Ну, если не могу. А почему не могу? А почему я не могу чинить? У меня типа все есть, как бы, нет? Хм. Странно. А почему я не могу по... А, все, вспомнил. Да, потому что здесь отдельная история. Чтобы крафтить, нужен станок и... Ой, тьфу, чтобы крафтить, говорю. Чтобы чинить, нужен станок и, соответственно, это все должно у нас лежать в инвентаре в станке. И потом мы, значит, открываем и нажимаем Repair. Хренакс. И все, и оружие у нас с тобой починилось. Правильно? Правильно. И, соответственно, оделось. Поэтому погнали. Наша задача с тобой прокачать персонажа. И добыть максимальное количество кристаллов, которые мы можем использовать для, опять же, улучшения нашей маски. Стамину не забываем, сильно не опускаем, чтобы, типа, она, во-первых, быстрее восстанавливается, когда не до конца просажена. Это, во-первых. А во-вторых, а персонаж не вот это вот... Ну, типа, ну не отдыхивается очень долго. Ну, точнее, наоборот, быстрее восстанавливает стаминку. Такие дела, короче. Так, значит... Блин, накаркал. Ну ладно, окей. И вот самый прикол, то, что именно до того момента, пока полностью не восстановит стамину, вот она так идет, и одышка такая у нее фигарит. Поэтому в идеале надо оставлять, я не знаю, ну типа процентов 5-10 стамины, чтобы, ну, меньше заморочки, понимаешь? Потому что вот постоянно вот это слушать, ну, напрягает. Так, здесь ребятишки должны быть. Хоть бы здесь никто не был, хоть бы не был никто, хоть бы... У-у-у, хорош, тут никто не был, забишь. Фига себе. Она щит ставит. Ты шо, ку-ку? Окей. Где мои дуалы? Против дуалов ты не установишь на... Ой! Ой! Тихо! Она меня застанила, ты шо? Ку-ку совсем, что ли?
Ты шо, ты вообще нормально себя чувствуешь? Что можно подрезать сейчас? Картошку, а вот эту штуку, игрушку. Так, забираем вот этого лучника, а то он слишком вольготно себя чувствует. Правильно? Да, свидос. Отлично. О, красные перчатки Лайнон. Ну подожди, ну, кстати, Лайнон это дресня, по-моему, какая-то, нет? Вуды Нарроу, нафиг это нам... А, какой лось! Подожди, а как, ну, в смысле? Подожди, а как это работает? То есть... Подожди, то есть в смысле? То есть мобы... Мобы восстановились, да? Мобы восстановились. А как так-то? В смысле, мобы восстановились, а лута не было. Это как работает? Типа они просто, может, их забайтили, отвели и... То пошел он нафиг. Опа, согрелся кто-то. Отвали, я лжу лук качаю. Ну, ребят, ну, пацаны, ну, тихо, ну, хорош. Тихо, 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 я лучник. Я настылся. Понятно, где мои катаны? Сюда, братан. До свидания. Вот как качать лук, если нету шансов качать лук, понимаешь? Так, это мы обходимся... Блях, муха, не здесь пантера случаем, нет? А пантера не здесь как раз у нас? Или пантеру я поймал тогда на другой локации? Я вот это не помню, кстати. Вполне вероятно, что здесь может быть первая пантера, кстати. Если тут есть первая пантера, то... В одно лицо у меня прям очень хорошо высадить могут. Прям очень жестко. Пантер нету? Ну, подожди, мы же вчера играли, вчера леопарды были или гепарды, кто там. Их тоже убрали, типа? В смысле, нифига себе, я даже не знал. Здравствуйте, здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Как дела? Рассказывай. Любишь такие игры, Максончик? Нравятся тебе выживалки такие? А как мансить, я забыл, на. Тут же можно было раньше мансить. Так, лук надо качать, и чем больше мы будем фигачить из лука... Тем больше мы будем его прокачивать. Вот все вроде идеально. Вроде все хорошо, но есть одно... Но! Ах ты! Подожди, слышишь, носатый? Ты специально голову отвернул в тот момент, когда я... Стрелял, значит. Шнапак отрастил радостный. И бегает, понимаешь? Да, свидос. Да, сегодня я уже на опыте, понимаю. Вот вчера, кстати, топиры, ну, типа, не так просто давались. А сегодня вообще изи. Просто изи, мэн. Лучника на F. Ты про что? А! Супер удар. Подожди, у лучника. А, на F. Блях, точно там же подписано. Все, спасибо, Руш. Да, справа внизу же подписано для... Ну, для меня. Да-да-да-да-да-да-да. Кстати, и не только у лучника, у двойных вот этих мечей у них тоже, собственно, на эфочку. Я тебе шмот фиольный сделал, уж сорян. А, подожди, вот этот костяной, который? А, так это для меня было? Вот это спасибо, а я не стал брать, думаю, чей-то из парней, наверное, думаю, брать не буду. Вот это спасибочки. Надо будет вернуться залутать. Так, здесь вроде... Ага, здесь есть лутец, это хорошо. Медвежья лапа, оленья рога. Это пригодится. Так, погнали дальше. Дальше, наверное, можно сбегать. Подожди, ну и здесь может быть залутано, и здесь... Вообще, теоретически, везде может быть залутано, но... Я надеюсь, что европейцы еще с работы не приехали, как бы. Да? И залутать не успели. Потому что у нас сервер... Северная Америка-Европа. Северная Америка, наверное, они уже спят там вовсю. Или только-только на работу собираются, понимаешь? Поэтому чисто теоретически, у нас довольно-таки профитное вот это время, собственно, непосредственно, где мы можем, значит, побегать, полутать. Но это вообще не точно, потому что время в 9, в принципе... Подожди, наверное, все с работы... Хотя с работы, может, многие и поприезжали уже. У тебя уже надет? В смысле надет? Нет, это у меня бист. Бист это вчера мы еще одевали.
Не, подожди, в смысле, Beast? Beast? Ну, no, Beast, Хайд. Beast, подожди, Beast, это мы вчера еще одели в Beast. А там в инвентаре еще, я видел, лежали костяные, короче, шмотки. Не-не-не, на мне это кожаные шмотки одеты, ты чё? Это кожаная одежда. Целый день кто-то бегает на карте. А, это, наверное, вот такие, как Витя, понимаешь, которые работают. Подожди, а, в смысле, а куда? Куда я забежал? А, понятно, это скала. Надо бежать. С другой стороны. Чатики, не забывайте, пожалуйста, на Ютубе прожать лайк, это очень важно. Потому что игрушка пока что доступна, так скажем, не для всех. И ты, можно сказать, смотришь эксклюзивный контент на русском языке непосредственно по игре Soul Mask. Да, потому что на данный момент русскоязычных стримеров пока что других нету по этой игре. Парадоксально, но факт. Даже на Твиче, кстати. В смысле? Вообще-то Бон это костяные шмотки, насколько я помню. Нет разве? Не-не-не-не-не-не-не, подожди. А, подожди, Beast. Beast это животное, типа. Нет, это типа одежда из кожи животного. Beast Hide. А, костяное оружие. А, оружие, ё-моё, я думал, ты про шмотки. Благодарочка, благодарочка. Хотя, по-моему, ты мне вчера его и тоже и делал, нет разве? Здорово, пацаны. Нихер, ты чё творишь? Братан. Вы чё, блядь? Вы чё вы такие жесткие-то, алло? Ребята. Ребятушки. Ну вас нахер. Тихо, тихо, у меня стамина. Братан. Ну ты чё, угораешь, ну? Блин, надо забирать второго. Так, пусть он его лутает. Нет, 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 я не должен дать ему забрать сундук. Мой сундук. Иди, вачка, я первый сюда пришел. Это мой сундук. Это мой сундук. Сука. Братик, это мой сундук, как бы. Я первый сюда пришел. А почему я не могу... Danger detected nearby. Ах, он пиздюк. Осуждаю. Так, смотри, крыса. Ох ты ж, бля, пиздец. Вот мышь, нахуй. Просто мышь. Просто мышь, ебучка. Осуждаю. Просто чмошник. Просто мышиные движения. То есть, ну, понимаешь, ну, типа... Всегда есть, были такие игроки, которые вот, ну... Конч просто. Подбежал радостный. Сагрел моба. Потом убежал, переагрел на меня моба, типа... Ну окей, классно. Классный парень. Вообще топовый. Осуждаю. Осуждаю вот эту ругань всякую. Но по факту, ну типа. Я понял. Я понял. Я все. Я так же буду делать. Окей, хорошо. Поэтому если бы это был бы PvP сервер, я бы ему сейчас пипериков отвесил бы, понимаешь? Прям он бы сейчас вообще пожалел бы на самом деле. Хм? Ты приколи, то есть этот лось... Этот лось, значит, в одно лицо не мог затащить этих двоих челов, и он ждал, видимо, пока кто-то придет и начнет разбирать. То есть он целенаправленно сидел радостно где-то в кустиках, понимаешь, и ждал машинных движений. Ну, как бы. Вообще классно. Просто классный чувак. Не, ну мне-то ладно. Один фиг и дуалы прокачаются. Ничего страшного. Ладно, погнали дальше. Надеюсь, этот особо одаренный, профессиональный выживальщик с сереньким хвостиком не побежит за мной сейчас на следующую локацию. Мне кажется, он очканет туда идти, скорее всего. Если он не мог вывести вот этих двоих, то есть у меня предположение, что он тупо далеко не может зайти, скорее всего. Поэтому он мышит. А так как здесь могут быть... Различные пантеры, собаки, вот эти вот, видишь, они по двое, по трое бегают. Нам-то буква Ю, мы их, ну, обычно, ну, просто на изи забираем. А тот радостный ребятишка, значит, не особо, значит, на изи забирает их.
Ну ничего страшного. Так, топир. Пойдем топиров. А пойдем топиров зафигарим. Оружие ж надо качать все равно. Это точно топир, не пантера, нет? А то я ж могу профессионально и на пантеру прыгнуть, подумав, что это топир, как бы. Ой. Кстати, какой это звук был? Ах ты ж. Радостный. Ренаси бежал за мной еще, приколи, полкилометра. Окей. Так, хорошо. Так, есть еще ляжки вот этих животных можно выкидывать. Нам пригодится с них шерсть. Шерсть и, собственно, шкура, насколько я помню. Да, насколько я помню, да. Короче, надо сейчас на эту локацию подойти на стелсе. Чтобы здесь не было вражеского игрока такого же с мышиным вот этим перком. Потому что мышиные перки даже в ПВЕ приколи работают. Вот, ну такая тема есть, да. Мышиные движения. Братан! Братан! Да подожди! Кстати... Кстати, переодевание оружия до сих пор работает как-то не особо хорошо, как хотелось бы. Ну, типа, есть какая-то задержка перед сменой орудий разных. Хотелось бы, чтобы разрабы все-таки сделали как-то, ну, не знаю, пошустрее. Так, что тут нету радостного никого? Так, сундук вроде мой, ништяк. Open chest. Открываем сундучелу. Забираем. Кристаллы, кстати, можно забрать на кнопку Т. На Т он забирает сразу все, и не надо клацать по одной кнопке. Так, у нас ночь, включаем светильник. Кстати, светильник у нас есть, вот он. Lemonous Waits Lamp. Делается, кстати, из светлячков обычных. Прикольная тема. Есть смысл вниз сходить? Мне кажется, нету, потому что там вот этот радостный выживальщик, наверное, был. Поэтому сходим сейчас на верхнюю локу. Соберем там кристалличков и посмотрим, что можно выкачать у нас потихонечку. Потому что персонаж потихо прокачивается. И нужно этим моментом пользоваться. Правильно? Правильно. Чатька, а ты не забывай тем временем подписаться на канал, кстати, если ты любишь выживалки смотреть, да, различные? Выживалки, хорроры, вот это все. И прожимай обязательно лайкосик на ютапчике, если тебе нравится, как бы. Так, ага. А, подожди, это просто... Это индейки тусуются. Кстати, вот эти вот топиры меня бесят, они какие-то... Им просто, им хедшотишь, ему букву Ю просто, понимаешь? Ты ему из лука в голову влупил, он тупо взял и побежал. Чисто по своим делам. А, все нужно или... Не, ну если перегрозы не будет, то я принесу, как бы. Окей. Минус? Нет? В смысле не минус, алло, куда ты убежал? Как же меня бесят эти куропатки тоже. Надо, короче, нормальные луки делать. С нормальными стрелами и, собственно, перки тоже нормальные делать. Ну, прокачивать я меду. Потому что... Очень часто дамажки не хватает. Ты вроде дамажишь, а, ну, типа, на выходе это не особо профит какой-то идет. То есть там урон вообще несерьезный. Тупо несерьезный урон. А несерьезный урон в этой игре не очень серьезная вещь, так скажем. Так, шкуру. Забираем шкуру. У тебя пока лучше, дальше бронза. Подожди, лук? Лук у меня обычный, деревянный, в смысле. Есть еще костяной лук, насколько я помню, нет разве? По-моему, жвачка костяной лук тогда делал себе. Нет, я про лук разговариваю все это время, кстати. Я не про оружку. Костяной лук могу... Не, могу обмануть, конечно, но типа, по-моему, был костяной. Бляха, не то, подожди, а где? А, колледж технология. Beast Bone. Вот, есть костяной лук. Beast Bone Bow. Типа, есть лонгбоу, есть обычный боу. Ну, как бы. Поэтому тот деревянный лук, который у меня стоит, это вообще, ну, типа, это самый первый лук вообще, в принципе, который есть в игре. А
что Костяной, говорит, не делал? А я не знаю, что. И это я не в курсе. Вот я подсказать не могу, к сожалению. Да блин, а чё я постоянно клацаю вот это? Блин, тут же можно тупо одной кнопкой все взять и собрать на Т. А я постоянно забываю, кстати. Так, валим, значит, обратно на вот эту локацию. Возможно, она, кстати... А, не, подожди, я был на ней недавно. Давай вот на эту локу забегу тогда. Да, на вот эту локацию сейчас бегаю. Вполне вероятно, что ящики уже могли отреспауниться. Слушай, а у этих чуваков тут вообще фазенда разрослась нормально так. Правда, оно как-то, ну, типа... Выглядит вообще не атмосферно. Просто тупо сарай какой-то квадратный и все, типа. Все. Просто сарай. Нафиг такую постройку делать, вообще не ясно. Ну окей, большой сарай. Огромный сарай. Просто капец какой, огромный сарай. А смысл? Ну это ж тупо некрасиво. Знаешь, как будто ангар какой-то, ну типа. Так, что тут они делают, ребятишки? Рыбу какую-то выращивают, тут выращиваете. Fishing trap. Трап. Понятно, пацаны, короче, здесь рыбачат. Здесь у них, значит, какие-то ловушки на крабиков, по ходу дела, стоят или на кого. Непонятно. Ну, наверное, на крабов или на змей, может, на каких-то хз. Так, и нам нужно чуть-чуть слева оббежать, да? Окей. Сейчас эти руины залутаем, тогда отнесем то, что залутали, на базу. И я думаю, есть смысл побегать на верхней локации, типа пооткрывать, ну, пооткрывать что-нибудь новое. Ну, для себя. Потому что у парней-то это все по-любому уже открыто, а у меня еще ни хрена, типа. Дас в дос. Так, где ящик? Мне первым делом ящик, потом можно остальных разбирать. Туда, братишечка. Так, на Т забираем. На Т все забрали. И все, и можно тупо сваливать. Кемпфайр. Блин, 600 метров. Это я так далеко убежать успел? Фига себе. Ауф. Вот это интересно. А вот это интересно, понимаешь? Вот это интересненько уже. Блин, меня так прикалывает бегать, как ассасин. Бежишь, такой руки в стороны, такой радостный. Опа. О, попугай! Стоять! Сюда, братан. От нас не убежишь. Перья пригодятся. С учетом, что попугаев добывать не так просто, потому что они бывают часто улетают, типа. Я думаю, что это очень даже хороший, так скажем, улов. Ну, не улов, а... Ну, короче, ладно, улов. Так, что тут у нас? Подожди, это не на этой локации крокодил был. Блин, если на этой локации был крокодил, то он меня сейчас отхреначит в одно лицо, как бы. Ну, кстати, рили. Так, давай, качаем персонажа пока что фоном. Тупо пусть крафтит всякую фигню. Потому что что? Потому что за это дают, ну, типа, небольшой, но опыт, сам факт. Ты просто бежишь, у тебя фоном что-то крафтится, и почему нет, как бы. Правильно? Но я надеюсь, что крокодилы были не здесь все-таки. Так, блин. Ой, на меня кто-то согрелся. Ёпты, точно, тут пираньи же. Ауф, быстрее, братан. Блин, я, кстати... Пиранья? Да, кстати, смотри, реально пиранья. Ползет, что-то агрится на меня. Ты шо, ты ку-ку, в смысле, по берегу на меня агришься? Ты нормально себя чувствуешь, братан? А ну иди сюда. Сейчас мы лук на тебя покачаем. Ха-ха. Беззащитная маленькая рыба. А ну иди сюда. А все. А здравствуйте. А все, а поиграл. Так, хорошо. Забираем пиранью. Ой! У них нихера себе, братан. У них... О! А как он? Я тоже хочу по деревьям лазить. Вот что значит, что встретились два стримера разноязычных в игре, понимаешь? Зачем на дерево полезли, непонятно вообще.
Ладно, братан, я тупо мимо шел вообще, на самом деле. Непонятненько. Золотой лук ждете? О, спасибо, Рус, огромное. Нифига, блин, это ты такие уже навыки там прокачал по крафту этого? По крафту шмота? Вот это ништяк. Вот это благодарочка. Так, теперь мне надо как-то на базу попасть на нашу. Тихо-тихо-тихо, надо здесь на стелсе, аккуратно. Есть какой-то чел? Ну как чел? Игуана. Ой, блядь, индейка. Ну, игуана, индейка, какая разница, по сути. И то на и. В смысле? Блин, я не могу здесь залезть. Вы серьезно? Подожди, в смысле? Ёпта. А-ау. А как я здесь оказался? Не-не, пацаны, валим обратно, тут пантеры могут быть. Если у меня пантера, тут отхреначь, я задолбаюсь бежать. А как я здесь... А как я вообще здесь оказался? Камон. Подожди, а как? Подожди, ну вон же кэмпфайр тоже. А-а-а, ё-моё, я понял. Я побежал не на тот кэмпфайр. Вот это, здравствуйте. Вот это я сейчас бы лоханулся жестко. Если бы на меня сейчас напала бы пантера здесь, это все. Хотя, вроде ребята говорили, что типа пантер, ну типа убрали. Но чё-то я хз. Чё-то я хз. Хотя, может, кстати, сегодняшние обновы их убрали. А с другой стороны, какой смысл? Потому что вчера были пантеры, кстати. Вчера пантеры были. Блин, жестко я на кэмпфайр повелся, кстати. Прям жестко. Блин, вот ночью, кстати, здесь не прикольно плавать под водой. Ну, типа, не атмосфера, днем прям классно смотрится, так красиво все. Да, аккуратно. Так, осторожненько. А, подожди, воды, кстати, попить. Попил? Ништяк, погнали дальше. Так, теоретически мы сегодня должны сделать ходочку за бронзой. Ну, это если получится. По дороге к тому кемпу леопард вовремя заметил. Вот, и говоришь, убрали. Я их просто, ну, по привычке называю пантерами. Так-то они не пантеры, потому что я вчера еще нашел. Я еще говорю, о, типа, вместо пантеры, говорю, пятнистый, говорю, то ли леопард, то ли гепард, то ли типа того. Мы же вчера видели эту ебабошечку. А ну-ка стоять. А ну-ка стой. А ну-ка. Ах ты ж. Пернатая дресня, извините. Да в смысле в дерево? Да, блядь, в смысле в камень? Я в утку в эту попаду? Нет вообще. Досвидос. Наказываем, наказываем. Так, погнали. Скидываем все, что можно скинуть. А где все? Я не знаю, типа. Я не знаю. Так, значит, лапы, а мясо, 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 мясо. Фига себе, 193 мяса налутал. 8 рыба. Давай по стакам проверим, что у нас. Перья, доски, это все перекладываем куда-нибудь в нужные места. Перекладываем в нужные места. Чё-то я топлю. А, ну подожди, вот же, в нужные места, да, кстати. Рога, кости, короче, все перекидываем. Ну, мне кажется, плюс-минус одно и то же, типа. И как раз два пера сюда влезают вообще изи. И косточки, и мясо. Нет, мясо, кстати, не влезает. Вот это, три кроу влазит. Ну вот, нормально, три кроу влез. А сюда, наверное, вот этот три кроу влез. Вообще идеально просто. И вот кабанья ляжка, нет? А вот сюда кабанья ляжка. Вот сюда? Во, отлично. Блин, как я обожаю, когда столько места всякого. А что вот это за кружка? Use the container for bevite or wine. Винишко можно налить? Вот это таки уже интересно. Вот это таки уже интересно.
Так, а здесь у нас что? А здесь что у нас? А вот, Бонбоу. Спасибо, Русланыч, огромное за Бонбоу. Бонбоу это вообще имба. Это прям вообще спасибо. Так, а как мне разрядить? Подожди, в смысле как разрядить? Просто берешь и тупо перетаскиваешь на лук и все, как бы правильно? Так, а вот это тогда лук мы что, правильно? Убираем. Так, хорошо. А, подожди, нам нужно еще дуалы тогда починить. Дуалы чиним. Дуалы. Где мои дуалы? А где мои извините. Чиним. Репейр. Сосейр. Ну ладно, ничего страшного. Не очень-то и хотелось их чинить, на самом деле. Так, а здесь стоун и флинт нужен. А, я про стрим. Ну, я говорю, я не знаю, типа, на базе вот жвачка я смотрю и Русик. Ну, Русик-то я сразу видел. А жвачку я не видел, но, типа, сейчас вижу. Клей. Подожди, мне нужен флинт и стоун. Флинт и стоун. Стоун. Подожди, стоун это же на тупо камень обычный, нет разве? Вот он, сюда. Заходим, чиним. Чиним все, что можно чинить, все чиним. И возвращаем все обратно, как бы, правильно? Нам чужого, как говоришь, не надо. И у своих мы тоже не тырим. Так, мясо есть, картошка есть. Это будет действовать все час 20... А, 23... А, час 24 и 23 часа. Ну, хорошо, окей. Хорошо, окей. Спасибо, ребят, за лайки на ютубчике. Благодар, очень как говоришь. Так, ладно. Я, короче, в принципе, сделал, что хотел. Можно... Сейчас посмотрю, что вкачать, и пойду к ребятам уже в ДС-очку. Так, давай посмотрим, что у нас. У нас тут оружейная прокачка. Это такая прокачка, это... А это прокачка, как я понимаю, для... Короче, с мобами. С другими, типа, общаться. Защищать тело от падения, распределяя силу. Понятно. Киллинг нон-гуманоидс плюс 10. Типа, дается опыт. Ага. Экспа, короче, это чисто на экспу, как я понимаю. О, а вот это что-то интересное. А вот это уже что-то интересное нафиг. Правда, нужен уровень маски 7, камон. Высокая концентрация во время работы или боя. Атака плюс 10, затраты выносливости минус 10. А, ну тут еще и Blue Crystal нужен. Слушай, ну вот минус 10% траты маны, блин, это очень круто на самом деле. Минус 10% маны, это очень круто. Это прям хорошо. Так, а это что у нас? Energy Unit. Что это? Накопитель энергии плюс 200. Блин, ну это... Короче, мана, которая тратится на маску. Это не особо интересно, если честно, как бы. Это вообще не очень интересно, потому что это тупо неинтересно. Так, а это что такое? Effect to be repaired. И что пишет? Отремонтируйте силу, чтобы изменить жесткость маски. Обеспечивая при необходимости целенаправленную защиту головы. Урон в голову минус 5%. Ну, типа... Слушай, ну у меня в любом случае маска должна быть до 20-ки прокачана. Ну, такое себе. Не особо, так скажем, хороший момент. Так, ладно, давай быстренько чекнем тогда вот эти навыки, которые нужны. Потому что они реально пригодятся. Ну, какие-то из них. Когда маска починена, ее можно надеть на лица других соплеменников, позволяя сознанию объединить с сознанием соплеменника. Кого? Провайд сторож. Столько вот ненужной, по-моему, фигни всякой. Вот, ну реально, типа. При ремонте дает способность сдерживания. Когда цель достаточно слаба, пользователь может сдержать ее и синхронизировать часть ее воспоминаний, после чего цель будет введена в состояние комы. А, ну это чтобы захватывать... Так, это рекрутинг. Все, я понял. Это не особо нужный для меня, по крайней мере, навык. Не особо нужный навык, поэтому... Жетоны пока копим. Как капнем 25 уровень, сможем прокачать себе лук и дуалы. Потому что у меня опыт есть, проценты эти есть.
И как бы... Тупо остается качать персонажа, по сути. Правильно? Правильно. Так, вода есть? А зачем вот эта кружка у меня вообще, я не понимаю. Я хрен знает, зачем мне эта кружка, причем две штуки откуда-то взялось. Вот так вот выглядит наш персонаж. Почему? А, все, это у меня не то оружие, просто в руках было. Шведоч бегает. Обезьяну зовут Шведоч, кстати. Если ты не обратил внимания, ее зовут Шведоч. Ладно, пойду поделаю что-нибудь полезное, например. Например, пособираю клей. Ну, не клей, а глину, точнее. Ну, она называется клей, а я называю ее просто клей. Ну, как минимум, так проще запомнить. Давай чуть-чуть подсоберем. Ой, а я вообще собираю его, нет? Да, вроде собирается что-то. Как меня раздражает... Блин, стамина вот очень хотелось бы побольше, на самом деле. Прям стамина реально мало. Прям вообще мало, капец. Ну, она тратится вообще на изи. А стамина в этой игре это очень важный атрибут. Прям вот очень важный. Тупо в драке, если закончится, то все. Здравствуйте, как говорится. Чик. О, у меня персонаж почти 18 уровень. Блин, ну мне нужен 25-й, чтобы прокачать навык маски дальше. А 25-й это ой, как не скоро. Хоть рейты и стоят на этих на стрим-серверах X5. Но, блин, все равно медленно все это делается. Давай. Опа. Так, о, блин, это же мне Руслан скрафтил лук костяной. Это же я, по идее, сейчас могу топиров и бобров вообще забирать, ну, максимально быстро. Короче, ладно, пойду к парням. Здравствуйте. Здравствуйте. Наболтался, налутался, вот это все, наэтывался, думаю, надо. Уже пора бы, а то что-то... Так можно и пропасть, и на большее время. Ну чё себе, а, не знаю, собирались же вроде за бронзой, типа, пытаться идти сегодня, нет? Да можно, конечно. Пойдем, разобнёмся в лагере сначала. А ты открыл какой-то лагерь тут рядышком? Ну, барак какой-то. А, ну ща я глину дособираю быстренько. Так и здравствуйте, так и здравствуйте. Сейчас я прям один камушек добью. Не, если мы прямо сейчас выходим, то я готов вернуться. Если не прямо сейчас, то я еще могу пособирать. Че? Мне все равно. Жвачка, а ты че? Да я не знаю. Ой. Ну ладно. Ваня, ты слитки забрал, да, бронз? Я две кирки. О, а кирки это имба, кстати. Ну, бронзовые, они более долговечные же. Кстати, от материала зависит количество руды добываемой или нет? Ну, я имею в виду, из чего сделано орудие добычи. Ну, та же кирка, например. Типа каменная и бронзовая. Или они одинаково собираются, просто ломаются, ну, типа, дольше. У тебя навык прокачивается еще через маску. Там тоже дополнительно. Не, это я видел. Там на добычу, да, на, типа, дровосековство. Вот это все. Да вроде бронзу лучше собирать, чем обычно. Так, и что у меня? Блин, меня так прикалывает, как дождь отображается даже на один... Блин. Правда, это еще и на ЗБТ было, но... Сам факт. Очень даже крутенько. Вы картошку возьмите, которая мореная. На, чтобы чтоб вес больше таскать, типа. Да-да. Угу.
Ой, что-то я дофига этого глины собрал нафиг. А глина вообще нужна, нет? Ну, все нужно. Блях, как же он долго бегает, когда перегруз, это вообще жесть. И это прям жестко, жестко. Блин, а вообще мне прикал это вот этот фонарик. Прям клевый. И они молодцы, кстати, что сделали, что он быстро не тратится. Ну, типа, а то, грубо говоря, там две ночи побегал, и фонарь минус. Считай, мы вчера сколько бегали, плюс сегодня я полстрима с ним бегаю. Ну, как полстрима, час. У тебя новый фонарь. В смысле новый? А, прямо? Бляха. Нет, в смысле новый. У меня один новый так и лежит еще. Я менял тебя. А, спасибо. А я и думаю, нифига себе, как это работает. Ну здесь в ящике еще есть, здесь надо. Не, у меня один на один есть с собой свежий. Ну, новый точнее. Ты в этот посмотри ящик. Где? А, вижу. Ну-кась. О, сколько тут. Там тряпочки забери тоже. Немножко. О, премиум бандаж. Премиум бандаж — это вообще нормальная штука. Благодарствую. Так, сейчас клей. А где у нас клей лежит? Клей. Вот сюда положи клей. В глину? Угу. Сюда. Во, нормально, почти. 2,5 стака. Нормально. А, кстати, картошка у меня есть вареная. Ладно. В костре же она рос или где-то в станках? Нет, вот здесь. А, в борще? Окей. Так, потейто. Я или не вижу... А, вот, вижу, приготовленная потата. А их всего 4 штучки. Бери, чё, они ж портятся, я сделал всего 6 штук. А, ну окей, я 2 тогда забираю. Чик. Так, а... Мясо есть? Грибы. А грибы обычные не жарили? Я что-то не вижу. Грибы обычно в костре. Ах, ёпта, точно. Точно. Ладно, я думаю, больше нафиг не надо, типа. Блин, ну это, конечно, подстава. То жрачка так быстро стала тратиться, потому что вот у нас 150 жареного мяса нафиг. И все, оно испортится через час 13. Нормально, нет вообще? Так, стоун и флинт. Стоун и флинт. Сюда. Починить. Обратно вернуть. Херак. Так, бистбон. А, вуден хэдл. Блин, а подожди. Сюда. Это же вот здесь вроде чинится, типа. По-моему, да? А может и нет. А может и да. Проверим. Тек. Чик, чирик. F. Ага, это все не то, я понял. Это все не то, на. А... Блин, сейчас я пока вспомню нафиг. А надо вспомнить. Хендл, что-то там. Хендл. В дереве? Вуден хендл. А, во, хардвуд хендл. Ага, а я не могу крафтить. А, мне не изучено. А сделайте, пожалуйста, хардвуд хендл. Штучки, ну не знаю, 3, 4, 5. Мне чисто дуалы починить. Тушенку делайте, Грит. Не, ну, кстати, тушенка на... Кстати, реально, а тут тушенки нет в игре, не? Там 3 есть уже, 4. Подожди, реально тушенки? Кто? Нет, тушенки хэндл. А, да, я думаю, хватит. Я просто не обратил внимания, но там что-то в районе 2-5. Чисто для ремонта. Хардвуд хэндл. Ага, спасибо. Так, и что-то мне еще надо было. А, ну все правильно, остальное здесь так и лежит. Хардвуд хэндл с дым. Так, а для починки.
надо. Лизер, Лизер, Лизер. Где-то я видел Лизер, Лизер, Лизер. Вот здесь, что ли? Там лежит. Ты пропустил. Есть там внутри. Ну как, есть, если оно не чинится, типа. А, во, уже есть. Подожди, оно только что красным у меня горело. Странно. А какого х... А. Все, я понял. Это же не здесь делается, камон. Бист... Вон, это же оружие, оружие в оружие, ема. Логично, кап. Сюда, сюда. Сюда, сюда. И чинить. Так, все ништяк. Во. Я готов. Погреться надо, наверное. Ай, блин, поспать надо. А где кровать? Наверху. Наверху, в смысле? А, нифига себе. Реально на втором этаже вижу. Да я видел, ручки. Я просто к костру подошел погреться. Мне тоже поспать. А то будет печально, если он типа нокнется. Слушай, нифига вас... О, блин, нет. Лаги эти остались такие, я понял. Когда залезаешь на какую-то фигню. А, во, фу, разбаговался. Ништяк. Ну, дойду. Да, давай. Фу, нормально, блин. Я такой говорю, ой, блин, надо поспать. Сон, и Русик такой, а, наверху. И полез спать, блин. Перед носом, понимаешь, кровать отжал, камон. Читерство какое-то демонское. Демонское читерство. Так, значит, я пойду тогда пробегусь по этим штукам еще раз. Посмотрю, может быть, где-то есть вариант отжать кристалла. Ну, кстати, механику лазания, по-моему, нифига не поменяли. Я, конечно, могу ошибаться. Но ползает, по-моему, также непонятно. Ну, как? Не то, что непонятно. Типа где-то цепляется, где-то не цепляется на каких-то локациях. Ну, какие-то текстуры работают, какие-то не особо. Так, ну пойдемте попробуем. Костяной лук. Чатик, не забывай на ютубе лайк прожить, кстати. Так, ну челы здесь есть, то есть. Но стоит одна Андерсоныч, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, нихера себе. Он что, мансит, в смысле? Блин, ты что, мансишь? Ты нормальный? Нет, братан. Не манси. Куда ты пошел? Куда? Стой! Сука. Стой, говорю. Установочку делаем. Вот так вот. А то, ишь, какой... Уйти хотел, понимаешь? Так, это отжимаем, это отжимаем, это отжимаем. Свалить от меня хотел. Ты нормальный вообще, нет, чел? Так, а где у них сундук? Надо забрать сундук. Хедшотик. Кстати, в этой игре что прикольно, работают хедшоты, приколичат. Тут работают хедшоты, типа попадаешь в голову, урон больше. Я, кстати, не прикалываюсь, это реально такая тема. Ах ты ж. Да стой, не... Блин... Тут персонажи, кстати, такие хитрые. О, нет! Ой. Сюда. Короче, вражеские персонажи, они реально хитрые, потому что они и мансить умеют, понимаешь? И выцеливать тебе и голову, там, и еще что-то. Это очень круто сделано, на самом деле. То есть игруха прям офигенная. Кстати, кому интересно, ссылочка на официальный дискорд этой игры есть у меня под стримом. Поэтому приходи, присоединяйся, если ты ждешь эту игрушку тоже. Это во-первых. А во-вторых, куда я поставил метку на? А во-вторых, добавляй игру куда правильно? Виш, лист. Подожди, а где метка? Подожди, куда я вообще бегу? А вот же метка. А почему она не поставилась, типа? А, все, вижу, она вон слева.
Окей. Кстати, 15 января разрабы хотят сделать какую-то... Как это называется-то? Донести какую-то информацию, короче, до игроков. Возможно, будет либо открытый бета-тест, как вариант, либо они анонсируют новый этап ZBT, либо вообще анонсируют выход игры. То есть пока неизвестной инфы никакой нет. Они даже стримерам нам, у кого есть роль контент-креатора, они ни хрена не рассказывают. Хотя, не, если, может быть, попросить, так скажем, по-нормальному, может быть, и расскажут, как бы. Но пока что инфы никакой. То есть 15 числа ожидайте, будет какая-то новость. Вообще, хз. Стелса нет? Нет, ваншотать... Ну, ваншотать можно, когда у тебя будет прокачано оружие, прокачанные навыки, изучены перки и, соответственно, скрафчены нормальные стрелы, да? Так как мы только начали играть, потому что только вчера открылись уже три сервера. Точнее, открылось сначала два сервера. Один азиатский контент-креатор сервер, где стримеры с друзьями со своими играют. И один сервер Северной Америки-Европа. Тоже играют стримеры и с ребятами, кому они подогнали ключик, соответственно. Вот. Пойдем скаут заберем. А я пока тут на эти уже убежал. Пока ты кровать отжал, когда я захотел полежать, восстановить вот эту сон, блядь. Ну, Руся, в смысле? Я же кровать спрашивал, говорю, мне надо восстановить эту, где кровать? Ты такой наверху, полез, лег, я такой, заебись. А ты что, не мог? Там же хоть 10 человек. Одну кровать, в смысле? А, да? А, я просто помню, ну тогда разные ставили. Понятно. Ну, ща я с этих сундуков тогда вернусь, сейчас сбегаем. Я тут рядышком, прям в принципе. Переплывай, там, кстати, леопард слева. А я пока никуда не это. В смысле, слева. Не надо леопардов. Только не говори, что сверху вот там, куда я иду. Я вижу, что ты на руинах сейчас. Ну, я вот на этих, да, типа. Не, вот слева. Тут а, вот здесь? Где коричневые. А, ну, я понял, я не туда, потом, значит. Проходил. Не надо нам леопардов никаких. Так, главное на кьюшечку подсвечивать периодически, не забывать. Осуждаем или как раз фишка? Что осуждать-то? Фишка как... А, я понял. А чё, ну это игра, в смысле, чё тут осуждать? Это геймплейная... Не, да я не знаю, что это такое. Ай, хорош. Топир вообще ваншотчик. Сейчас я чисто через одни руинки и сразу на базу тогда. Вот тут еще и топиры радостные попались, как раз. Пользуясь случаем. А то они постоянно от меня. А, не, подожди, топиры-то как раз таки и не убегали нифига. Блин, точно, топиры-то... Блин, нафиг. А че я на них загрелся тогда? Непонятно. Да, это ж капибары постоянно сваливают. Топиры, они медленные, лосяж. Блин. Восьмерочка. И девяточка. Ништяк. Не-не-не, тут суслики были какие-то. А так там фишка, что суслики типа заражены какой-то фигней, типа, ну не знаю, может, бешенство, не бешенство. И мало того, что они тупо заражают персонажа, лечить нужно конкретным каким-то супом. Так прикол в том, то, что та болезнь, которая вешается на персонажа, она еще может передаваться между тиммейтами. То есть, если там, грубо говоря, какой-то промежуток времени находишься рядом, то и тиммейты могут заразиться. То есть. Ну, это вот недавно вычитал как раз в новостях у разрабов, в DS в официальном, типа, они писали. Так что я тогда вообще мог всю нашу пати заруинить. Так, я прямо рядышком. До базы потом бежать, ну, 400 метров, это вообще ни о чем. Поэтому скоро буду. Так,
Это ты хочешь этого хрена забрать, чтобы туман войны открыть, что ли, Рус? Ну тебе да, я открыл уже. А, окей. Ё-мо, ну чё вы пристали-то? Эй. Короче, ладно, я их даже не буду забирать нафиг. Типа, отхреначу, а кожа нахер не нужна, типа. Лучше побыстрее добегу, быстрее сбегаем. И дальше можно бегать уже, забирать кого угодно здесь, по сути. Так, все. Главное, кэмпфайра не перепутать, как в прошлый раз. А то в прошлый раз я побежал вообще на верхний кэмпфайр и думаю, блин, что такое? Так, меточка. Ага, все. Короче, мычу, бегу. Мычу, бегу. Здравствуйте, здравствуйте. Так, подожди, я ж бегу, какие кусты, алло. А то знаю я себя. Сейчас здесь лутануть, потом еще где-нибудь лутануть, потом еще какой-нибудь моб рядышком будет. С него что-нибудь забрать, ну, проходили. Да-да, угу. Так, 360 метров. Блин, а нафига они все-таки сделали такой тайминг на порчу еды, типа? Вот, ну реально. Это ж прям, ну, жестко. Типа сделали специально, чтобы не собирали все ресурсы, которые есть, типа, для жрачки. Я просто не пойму, в чем прикол. Надо будет ради интереса уточнить. Хотя, с одной стороны, мне кажется, что это кто-то им на тесте, наверное, предложил такую фишку, чтобы, типа, не стоять на месте. Не так, что ты залутал 1 000 000 еды и наготовил 100-500 тонн. А чтобы... У них было в задумке, у них же холодильник-то был. А-а-а. Блин, так, да это получается стимул, прям стимул его открывать, кстати. Ну да. Блин, да, согласен. Тогда есть в этом нотка, так скажем. Они видео, видимо, на том ЗБТ просто закрыли. Угу. А он сейчас, в принципе, есть, ты не видел, не смотрел, ради интереса там? Холодильник? Угу. Есть, конечно. Правда, там, наверное, 1 100 500 ресов разных нужно, да? Он, по-моему, в железе. Ага, я понял. А чё, блин, а чё они не сделали примитивный какой-нибудь? В землю закапываешь там и увеличивается процесс хранения. Так, всё, я на точке. Мне нужно что, правильно, скинуть мясо нахрен? Кинуть нафиг и не забрать, алло. Так, а, о, корм. Корм в костер или тебе в борщ туда закинуть? Да в борщ кидать. Угу. Сюда, и это тоже сюда. Рога вот это, вот это, вот все, вот это по сундукам сейчас раскидаю тогда. Три кроп. О, блин, нифига себе, какие-то лоскуты еще нашел. Вот это интересненько. А здесь что? Медвежья лапа сюда. Хитиновый панцирь, я хз куда? Наверное. Так, сюда кожу. Бейсбол сюда скинем. Сейчас, сейчас, раз, 5 сек. Куда еще раз? О, где топор? А, вижу. Угу. Вот этот шляп сюда, да и вот этот тоже сюда. И ляжки, кстати, сюда же. Так, ну блин, вообще нормальная тема. Очень даже хорошо. Чик-чирик, чик-чирик. И вот это вот сюда. О. Так. Буквально минуточку, прям минуточку, минуточку. Спасибо, ребят, за лайки на ютубе, кто не забывает. Так. Чик. Блин, а интересно, есть какой-нибудь перк на прокачку сна, типа, чтобы быстрее мораль восстанавливалась?
Я что-то не все посмотрел, блин, потому что все переводить на стриме сидеть — это такое себе. Я, конечно, сомневаюсь, что это есть, но мало ли. А может, есть, смотри. Так, а это мы, получается, сейчас пойдем в ту локацию, где как раз пантеры всякие тусоваться могут же, кстати, правильно? Ну, там крокодил. А, ну это ладно. Хотя чё, ладно, крокодила мы вчера втроем же фигарили. А вдвоем можно и пипериков выхватить. Да нет, мы вдвоем тоже пантерку. Угу. Кто у вас за инженера, разработчика? Я не знаю, кто из них кто. Они, по-моему, оба и инженера, и Русик жвачки, и агрономы, и все-все-все. И плотники, и столяры. Это у меня персонаж чисто, знаешь, потрындить, побегать. А парни все умеют, как бы. А, блин, слушай, а тут ништяк, что мораль вот так восстанавливается. Типа не по единичке, там, не по 0,5, а прям... Ящик, оно типа процентов или 5, или 10 восстановилось. Я не обратил внимания, сколько. Точнее, не процентов, а... Ну, да, процентов, ладно. Хм, это хорошо. Но в прошлый раз, по-моему, так же было. И ништяк, что они не поменяли нифига в этом плане. А, по 5% получается идет. Ну, может, чуть меньше. Ах. Блин, мне интересно, какую они новость готовят 15 числа все-таки. Это будет новый этап ЗБТ? Это будет новый этап ОБТ? Или они анонсируют выход игры? А вот это вот непонятненько. По идее, прям три варианта развития событий. А прикинь, вообще анонсируют. Выходит Soul Mask 2. В других локациях, типа. Да не, ну это бред, конечно. А тут я не знаю. Наверное, уже да. Точнее, еще нет, типа. Точнее, пока что да, Андерсоныч. Не, на самом деле, это тупо сон. Это бодрствование, типа, персонажа. А, прям мало, да? У меня просто было 30-36, по-моему, было. Ну ладно, тогда чуть-чуть полежу. Если аккуратно бегать, то нормально. Если ты упадешь, то уже не добавлено. А, то есть оно жестко влияет, да, прям на это? Я понял. Здравствуйте, здравствуйте, сэр. Здравствуйте. А сколько на процентов до 70 поднять и хватит, я думаю, да, в принципе? Или ну, тут... можно уже подходить, у тебя 50-60, сколько? Ну, 58,6 на данный момент. Ну, нормально. Да пойдем. Ну, все. Пойдем. Чатики, не забывайте лайки на ютубе, пожалуйста. Эй, блин, как же мне нравится график в этой игре. Я просто нафиг не могу. Вот прям, ну реально круто. Прям вообще классные ребята. Так, подожди, поесть? А то мясо пропадет и чё? Надо поесть и грибочков, и мешка. Нифига ты, блин, обвешен. Подожди, а тут же можно три оружия с собой таскать, да? Или... Не-не-не, чисто визуально, я имею в виду, они будут отображаться даже, или я наеживаю. Ну-ка, дай-ка ради интереса. А, нет, это щит просто отображается третьим у тебя. Все, я понял. А так типа лука и дуалы только. Бля, я ручки тебя потерял, сейчас опять чек. Эмма. Где-то слева-то, вижу. Угу. Слушай, у тебя тоже разрушено это здание? А, да. Какое-то поломанное. Сегодня утром стоял. Но так эта игра и не позиционирует себя как раз, во-первых, а это ближе к Конану и Карко, по сути.
Но пока что в русском языке игру вы не сможете нигде стримы посмотреть. На данный момент пока что, ну, по крайней мере, днем я смотрел, не было ни у кого руязычных ни стримов ни на Твиче, ни на Ютубе, ни видосов, ничего. Только у меня, и даже на Яндексе, если вбить, показывает только меня пока что. Поэтому мы с ребятами, так скажем, делаем эксклюзивный контент. Ну, на данный момент, по крайней мере. Это периодически сканишь, что ли, останавливаешься? Я сканю и останавливаюсь. Тамин, здесь лагерь заберем? Лагерь? Да, давай, конечно, чё нет-то. Эта игрушка Растом себя и не позиционировала никогда. Ой. Чё, тут текстурки какие-то поломанные. Как-то не везде залезть можно. А здесь кто? А, тут чилики, кстати, обычные. Ай, блях, тут же баллистика есть, я совсем забыл. Братан, остановись, братишка, мне надо тебя в голову высечь. Мимо. И пониже. Хедшотик. Да, блин, ну зачем ты отходишь в тот момент, когда я стреляю? Ты нормальный вообще, нет? Блин, ручки, я его продамажил, но он за деревом, зараза. Ай, блин, какой лук? Ладно, бегу. Бегу, я ж с дуалами. Это будет более профитно. Ой, ты его захватил, что ли? Или просто добил, я что-то не увидел за кустами. Добил. Не надо, зачем? Если ты его захватываешь, то лучше захватить, как бы. Ой. Бля. Подожди, а нам вот этого скаута, типа, его убить же надо? Я уже не помню по первой части. Это не скаут. Всё. Тогда валим нафиг. Отстань от меня, у меня стамина кончил. О, нифига. Меня так радует вот это копье с подтягиванием. Вообще топовая фигня. Эть. А еще ничего у них интересного? Симпл бандаги. Чирик, спасибо. А если в рус стрельнуть, нет, тут Friendly Fire нету. Friendly Fire нет, это чисто PvE сервера, сделанные для обзора игры, так скажем. Это не как на ZBT были PvE, PvP, здесь чисто only PvE контент. Но тут так, карта аккурат, пипец. Не сагри крокодил. Угу. Карта здесь чата огромная, поэтому это... Так скажем, не на 2, не на 3, не на 5 стримов. То есть тут бегать. Ну, реально очень дохера времени надо, типа. Даже с учетом, что X5. Хотя, кстати, потом, может быть, попроще будет. Потому что на начальном этапе, типа, пока оденешься, пока то все. А когда уж переедем на более взрослые локации, там, наверное, будет уже попроще. Плюс перки прокачаются, плюс навыки, и плюс оружки прокачаются, и т.д. и т.п. Так, здесь скаута, помнишь, не убивает, да? Угу. Ну, типа, его там как-то допросить надо или что-то типа того, да? Да. Угу. Спасибо, чатик, за лайкосики на Ютабе. Так, а как он выглядит? Я его не вижу. Не подписан? Ни хера не подписан никак. Вот Пис... этот. Тетка скаут, что ли? Да ёпта, да одень ты меч нахрен. Ой. Бля, надеюсь, не это скаут был. Я нечаянно меж кликнул. Тетка скаут, да, Рус? А чё, у них есть подписи? А как ты узнал, что она скаут? Короче, я тогда пип... Чекнул. А, через скан? Да-да. Ага, спасибо. Ясенько, блин, а тут... А, они вдвоем, получается, были и собака. И... Так, а это мне же надо будет ее допрашивать или пофиг? А, не, подожди. О, хорош, открылась. Благодарочка. Рус, иди забери из сундука тут какие-то полезные полезности, модные.
потому что я точно знаю, что я не знаю, что это такое, а ты по-любому знаешь и шаришь, что с этим делать. Слушай, мне кажется, или они графику все-таки допилили, или вот... Они лучше сделали. Вот такое ощущение, да. Прям вот реально есть такое. Так, сейчас буквально 10 секунд. Так. А чё ты это как? Жвачка какой-то сегодня, да, не в настрой, или шо он? Ты знаешь, ну, что-то он сегодня целый день чё-то какой-то. Да? А, понятненько. Ясенько, понятненько. Сейчас, секундочку, вставить. Всё, я готов. А, подожди, что я готов? Мы же открыли. Не, пойдем в лагерь дальше. Угу. Блин, и причем и освещение даже офигенно, вот мне нравится. Оно, я не знаю, RTX это лучи или нет, но очень похоже. Либо офигенной какой-то тесселяцией все это запилили. Выглядит очень круто освещение. Прям имба практически. Здорово, Антох. Здрасте. А, подожди, мы прям в этот взрослый лагерь прям. Ауф. Ух. Не, ну плюс есть то, что на них покачаться можно хорошо. Это да. Красивая игра, да, Антох? Мы же в нее играли тогда, если ты помнишь, до Нового года еще. Ну, смотри, здесь не маленькие ребята. Да я примерно помню, что они жестко похреначили. Блин, надо будет, кстати, наверное, какой-то щит одеть все-таки. А, не, подожди, там в описании вроде было написано, что когда он тупо на спине, он же ни хрена, по-моему, не прибавляет. Да? Да. Опа. А, это мы зашли на территорию. Я понял. По верхнему работаем. Угу, вижу. По всем, говорит. О, нихера ты ему прям в жбан попал. У него из башки стрела торчит, алло. Да остановись, ну. Блин, задолбал. Бег, ты можешь встать на месте, лось? О, нихера я попал. Вот это профессионализм. Блять, пошел он лесом. Иди сюда нахрен. Стрелять, что по нему выцеливать. Иди сюда. Ой, стамина кончилась. Извините. Я просто зашел посмотреть ваши тыквы, сэр. Блин, у дуалов кровотечение вообще имба, просто топовая хрень. Просто офигенный навык. Ну, не навык, а... Чё это? Типа доп умение, хз, что это? Это не так, где деревянные корни ходят? Какие деревянные корни? Деревянные корни? В смысле? Не, это где... Сейчас скажу. Где на нас бобры охотились и всякая фигня, типа слоны и вот этот вот жираф. О, чили соус нужен? Да все запихать. Окей. О, подожди, и тыквы можно с... Охренеть! Плантация... О, подожди, нифига, когда собираешь тупо тыквы тупо с поля, прокачивается плантация какая-то. Типа огородник. Интересненько. Чарочки, я тут 5 человек огородничаю. Я, правда, не знаю, это семена или готовое уже что-то. А, вижу. Это готовая продукция уже, ништяк. Подожди, а какие деревья ходят? Деревянные корни? Какие корни? Я вообще не помню, что у нас где-то корни какие-то ходили. Воин-агроном, да-да-да. По кому целится? А, вижу.
Вот так вот воин напал на огородников. Понимаешь, фермеры приехали на дачу, блин. Ну иди сюда. Иди сюда, блин. Сюда, пацаны. Братан, стамины нет, не бей меня. Подожди, подожди, минуточку. Ну вот, ништяк. Так, ну это фигня. Симпл бандаж только заберу. А, блин, остальное же можно вообще, в принципе, разбирать можно как-то. Да, конечно. А есть ли смысл, как бы... Ой. Ой. А, блях, не на то нажал, ну ладно. Ой, да ну, не хочу даже заморачиваться с этой дрищней со всей. Разбирать обычный шмот, чтобы получить какой-то... какие-то веревки и прочую хреновню, типа. Потато. А, это картошка же, ё-моё. Нормально. Потато, потато. Потато дело хорошее. А с другой стороны, нафига набирать, если это испортится же, да? А, подожди, а... Подожди, а не готовая пища, кстати, да, она не портится. Ну, по крайней мере, тайминга нет никакого. И по полю семена собирал и в... А, нет, Антох, не-не-не, это другая игра. Это до Нового года мы в нее играли, где... The Tribe, что-то там, тра-та-та, alarm, please process it. Та-та-та, понятно. Не-не-не, это абсолютно другая игрушка. Что такое перегруз? У меня что-то... А, я что-то нажал на какую-то кнопку. О, нифига тут как... О, помидоры! Хм. Нормально, Русик там мобов фигарит, я картошку собираю. Вот это тиммейт, да, я? Так, ништяк, помидорки это надо. А нам надо потаты или все-таки мобов лучше забирать? А я хз, как... я не знаю, чего профитней. То, что жрачка нам пригодится, это по-любому. А с другой стороны... А с другой стороны, куда больше? 144 кар... Ага, 140... 444 картошки и 16 помидоров. Короче, ладно, с картошкой завязываем. Картоха наша все, но как бы хватит. Зашли, говорит, фермеров, покрошили, урожай отжали. Не, ну а как? Времена, понимаешь, такие, средневековье, вот это вот. Или что это? Нет, даже не средневековье, это там. Еще раньше, наверное. Ну, собственно, пойдем забирать босса. Или ты уже всех забрал? Какого босса-то, о чем ты хочешь? Не, ну, был же какой-то усиленный раньше, еще челик один стоял. По главарь фермы, так скажем. О, в конце. А. Все. Теперь вспоминается и да. В чатике не забывайте лайк на ютубе, по-братски. О, Русик кого-то освободил. Нормально. А чё? Ты его освободил, он на меня агрится, алло. Он вообще нормальный, нет? Зачем ты так с ним? Он же был хорошим. Ништяк. Блин, а нафиг мне вот эти simple bandage? Это ж ну типа обычные хилки. Они ж ну, ни о чемные. Ну, я пока ими пользуюсь. А это хитрый ход, кстати. А, подожди, у меня тоже симпл бандаж стоит. Че, я выеживаюсь? Братан. Ты че, я? Лови кровотечку. Да как? За какого хуя? А чё он не стреляет? А, стамины нет, ёпта. Думаю, чё я из лука не могу стрельнуть, у меня стамины тупо нету.
Не выживалка, а отжималка. Шайка рейдеров тупо. Не, ну а как? Нам же надо как-то выживать, понимаешь? Отжать еды там, вот это все. Да... Блин, меня иногда прикалывает, когда ты их выцеливаешь, а они, знаешь, такие в самый ненужный момент такие херак и в сторону отошли, типа. Здорово, братишечка. Опа, хэдшотик. О, один куда-то убегает. А, тут баллистика есть, но не такая жесткая, окей. Сюда, братан. Давай, давай. Ой, не манси, просто беги и все, как бы. Получи. Ай-яй-яй. А че он такой суровый? Братан, стамины нет, братишечка. Ой. Стояночка. Дасвидос. Да-да-да-да-да-да. Это я помню. Так, а действие... А, действие повязки показывается справа, окей. Угу. Ты видел, как я шкир сбила? Что? Так. Ну вот, разбей. А как это ты колешь так модно? Я тупо крошу в халам, блин. А у тебя как-то он, да, по-хитрому отрабатывает эту схему. Так, это забираем. Забираем, забираем. Опа, подожди, а это? Вуден, вуден. Не, вуден не надо. Ты приколи? А ты в курсе, что за убийство горшков тоже дают опыт? Ну, за разбивание, точнее. Прикольно. Что там? Не идем. Сейчас надо поесть, пятик. Чатик, не забывайте лайк на ютубе по-братски. Ну и по-сестрочке там. Опа. О! Нифига себе, алоэ выпало. Cotton seed и corn seed. Вот он нафиг. Хлопок не нужен уже? Нет, уже нет. А, окей. Непонятненько. Ну вот, качайтесь, говорит, на горшках, отличная тема. Это знаешь, типа, иди на окошко тренируйся, а здесь иди на горшках тренируйся. Тренинг флюид какой-то. О, это, наверное, что-то прикольное. Блин, а вообще такая себе задумка, если честно. В том смысле, что об горшки... Тратить топовое оружие, такая себе идея. Слушай, одноручным мечом... О, фиш... О, фига себе. Рыбный суп. Агава щит. Смотри, смотри, я... Смотри, опа! Смотри, я тоже по-модному могу. Агава это что-то стильное, модное, молодежное, кстати. Опа. Так, один слева, один справа. Бля, справа двое. О, хорош, 113 зашло взад. Ну, в смысле, урона. Ай-яй-яй, братан. Не надо. Ой. Ой. Ёпты. Я не специально, кстати, сейчас. Он тупо мискликнул. А ну сюда. Сюда. О, ни хрена себе, большой меч рубит даже большие бочки. Вот эти ни хрена. Блин, вот этот ништяк. Типа у него супер мега офигительный урон. Ой, меня нокнули. Ой, извините, дядя. Не, ну как он?
Слегка. О, сальша. Симпл бандаж. Линт что-то там. Кукуруза забираем. Ё-мо. Хильси, хильси. Двадцать хп каждые 20 секунд. То есть по одному хп одну секунду получается, да? Или два... Большие бочки. Чё-чё? Ты говоришь, большие бочки разбиваете. Ну, вот эти большие бочки разбиваю. Эти? Да. Ну, это большим мечом вот нокает. О, ананас, каталит. А здесь что? Ни хрена. Не, кстати, дуалами, может, тоже они разбиваются, просто там нужно больше урона нанести, грубо говоря. О, тыква. Пампкин. Так, а эту тогда херню выкладываем. А разобрать можно или интересно? Да, анкрафт есть такое. Разбираем. Такую штуку берем. Так, а что дальше куда? Ну, дальше лагерь чистим. Ну это логично. Прося. Куда поведете, туда побежим. О, хорош. Слушай, а с дубины вообще на изи. Чисто вообще один раз по бочке запилил. Интересно. Блин, а... Я не помню, на ЗБТ-то мы, по-моему, ни хрена не разбивали их. Я не знал, что... Я как бы тоже не знал. Бляха-муха, вот зато оружие об них ломается вообще просто на изи. Я рот его наоборот. Не, что-то я основным оружием не хочу, а то мы сейчас от мобов пипериков получим и на базу не вернемся, типа. Кабанов в первой локации валили миллионами. Интересно, сколько горшков надо для максимального уровня. Да-да-да. Слушай, мне кажется, дофига, типа. Профи, понимаешь? Видел, как мы даблшотиком сейчас сняли эту бабку? О, еще один. Ай, хорош. Вот это он, лучники. Вот что значит, команда залетела на огород. Так, здесь чисто. Слушай, ну как минимум из полезности, ну картошка, помидоры, ладно, тут чисто теоретически можно лутать всяких полезных штук. Вот тот же чили соус, рыбные супы всякие, ну да, это в любом пригодится. Семена табака напить. А я, короче, агава сид нашел, памкин сид и корн сид. Ну, по крайней мере, то, что я запомнил. Точнее, корн. Что я вижу. Корн не нужен? Да, можно. Окей. Ой, ладно, потом они... Мне кажется, много места не занимают все равно. Ну да, нам дальше туда и, скорее всего, направо куда-нибудь. Все налево чисто. А, вон чел. По прямой. Осторожен там босс. Бля, надеюсь, я не босса сейчас как раз дамажу. Казай, какой 19 уровень. Ни хрена себе, ты чё, бля? Лютый тип какой-то. Так, хпшечку. Обидеть бабку легко, говорит, а иди ягуару, говорит, кукиш, покажи, посмотрим, успеешь убежать. А тут, кстати, ягуара, Русик говорит, убрали, по ходу дела. Нет, леопардов не убрали, место пантер, теперь леопард. А, ты это, в этом смысле имел в виду? А, понятно. Нет, тогда нормально, тем я просто леопарда называл пантерой. Ну, по привычке, типа. Братан, ну куда ты, зачем ты упал вниз? Позади.
Ой, блядь, это босс. Или нет, кто это? Я не знаю, он сзади подошел какой-то, настрелился. И причем он не агрится вроде. Странно. Котика убили. О, да. Кстати, блин, в какой-то степени есть смысл от этих оружек. Ну, тупо бегаешь и... Ой! Пипец, меня куда-то скинули. Подожди, здесь мобы ресаются, что ли, типа? Нет. Ебать, это я, значит, куда-то забежал жестко. Я понял? А может, ресну еще, не знаю. Но я упал вниз, я не знаю. А мы внизу, наверное, не были просто. Ой, что это такое? А что за музыка? Босс. Ёпта. Это... Где-то по прямой, да, там? Или сзади? Ой, сзади какой-то хрен. До свидания. Так эпично. Вообще. Да. Ну это очень круто. Здорово, Вить. Слушай, ну реально прям прикольно. Ой! Опять сзади двое. Сзади двое на мосту. А кто так жестко пиздит, я не понимаю. Чарочки, я хилюсь 5 сек буквально. Сейчас. А, тут это босс. Ёпта. Валим. Ой. Вниз прыгай. Ой, да отменить. Да. Отхилил. Смотри, тут толпа какая, Руслан. Тут вообще надо валить отсюда нахер. Там. Смотри, блядь, ребята понаприбежали. Они наверху. О, там пацаны бегут. А, это сквад какой-то. Давай, влетаем в спину, просто в толпу и пиперим. А, не, Русик, валим нахрен. Это. Подожди, они между собой дерутся, в смысле? Да. Да тогда валим вообще вдвойне, алло. Подожди. А раньше, по-моему, не было такой фишки, что мобы между собой было? Типа они друг на друга, типа набеги делают какие-то. Ни хрена. Офигеть. Ты успел свалить хоть? А, это не ты, ёпта, я думал, это ты бежишь ко мне, это ко мне босс бежит с челом с каким-то. А я ещё такой стою, жду. Ручки, я бы на твоем месте свалил бы, потому что там такая толпа, что... Я не вижу. А я на выходе. Ну, короче, я на улице вообще. Это тебя на улице бьют? А, не, вижу, вот. Вижу. Блин, слушай, на то, что они между собой дерутся, это вообще имбовая фигулька. Пойдем там. Разгрузимся, мне собака. Давай. На базу, короче, валим или что? Да. Так, сейчас я закинусь тоже едой буквально. Все, погнали. А, и заодно забинтовать. Жестко вы попали, да вообще капец. Пускай они до сих пор за нами бегут, алло. Ребят, вы нормальные вообще, нет? Ой, кстати, заодно можно починить шмоточки. Так, а это... А зачем я вот эту шляпу взял, типа? Это же вообще нафиг не надо. Так, уходим так же, как пришли туда, налево. А, окей. Потому что я не помню, где там пантера. Не-не, пантера нам сейчас вообще нафиг не нужна, это точно. Лучше аккуратненько, но подольше. Ребятки, не забывайте, пожалуйста, на Ютубе прожать лайк. Обязательно подписывайтесь на Ютуб и на Твич тоже. Ну, как бы. Ну, дыхание, конечно, раздражает. Да. А ты попробуй 5 или 10%, короче, не опускай прям до конца, и тогда она так не дышит и не тупит. Ну, я забываю. Я тоже иногда забываю, но поэтому я напомнил на всякий случай.
Ну, если честно, прям как конкретно мы шли сюда, я не помню, я тупо на меточку сейчас бегу и все как бы. Аккуратно. А, блин, фонарь же, кстати, надо повесить точно. И думаю, что так темно бежать? Собачки. Да, собачки это херня, типа. Главное, чтобы оружия хватило, остальное в букву Ю. А прикинь, будет эпично, если оружия не хватит. А, подожди, у меня, кстати, процентов 20 только осталось, это буквально на два, на двух, на трех мобов, типа, и все, типа. Да хватит. У тебя что, одно оружие, что ли? А, лук еще. Ну, если не хватит, я тебе эти двойные отдам. А, подожди, а я могу уже тупо луком еще пока отстреливать, чтобы не тратить дуалы. Дуалы еще оставить на какого-нибудь типичного. Вдруг на нас кто-нибудь выскочит, ну, типа, гепард, леопард. Опа, ты кто? Это я удачно вышел. А кто там? А, фу, ема. Я забыл, как мансить нахер. На А, на Альт. Все, вспомнил. Ты. А че, блин, Русик, ну ты хотя бы сказал, я в этот момент уже просто прицеливался, извините. Да я пофиг, не... Блин, короче, ладно, если будет оставаться процентов 10-15, то вообще. Не-не-не, убивай, убивай, я захватывать никого не. Не, ну а че, лишним не будет работяга еще? Так-то. Давай ты эту сам еще там захватишь, захватишь, а этого пока подамажу чуть-чуть. Я этот скорпион знал, то компот. Иди сюда. Да-да-да. Опа, жареные сосисочки. Так, ладно, это параш всяк. Опа, кристальчики. Подожди, мы только что подходили, когда я обратил внимание, сундук был открыт и приколи, он прямо сейчас, получается, резнулся. Это ништяк. Ну, я не видел. Блин, надо будет заодно мне посмотреть, пока ты будешь собакенов кормить, что поизучать, потому что очень много полезных полезностей можно, кстати, выкачать. У меня теперь собаки, кошка, так что много. Да. Есть чем развлечься, грубо говоря, в 10. Ну да. Кстати, у меня дежавю в прошлый раз, когда мы играли в Мистери Маск, то ты, кстати, тоже прогуливал там чуть-чуть. С кормом собак. Слушай, не пали, хорошо же написано. Я помню, оно все тебя подкалывало. Типа, ты такой, да-да-да, сейчас. Спустя 20 думаешь, минут, такой, блядь. Подкалывать. Она он сейчас вспоминает, как Витя там передергивал. Ну, Витя, да, Витя может. Тут уж. Не поспоришь. Блин, бесит вот эта вот ее выдыхаловка. Я даже не знаю, есть ли смысл качать стамину именно в в навыках, типа. Или все-таки тратить на домашку оружие и прочее. У тебя сколько сейчас стамин? 116 пока. Ну. У меня 117. Так что мне больше нечего пока. О, это мы почти на лагере. Ау. Не хватает. Че-че стамина? Стамина дико не хватает. Да-да, а мы еще жвачки вчера, да не, нормально, тут типа все, все восстанавливается, все хорошо, а по факту да. Восстанавливается вообще, да, очень топово. Но зараза и тратится именно на ударах, типа жестко.
О, блин, ништяк. Ой, блин, дождик. Так, надо мух выключить. Че их тратить-то в холостую? Так, я пойду туда посплю. Заодно. Да, давай, я пойду-то. Че пособирать? Может, деревья там или глину? Надо что-нибудь конкретное по материалу? По-хорошему, надо камней порубить. Обычных, вот. Ага. Да, из них руда же падает иногда. Угу. Да, давай, давай сейчас как раз заморочись тогда. Короче, всю еду, которую налутал, я тогда в борщ тебе кину. Томаты там, вот это все. Тыквы. А чили... А, это чили соус. Так, хер с ним тоже выкидываю. Суп восстановит хп. О! Картошки 600. Так, это готовое. Семена, это тоже сюдым. Блин, нифига себе, сколько я лута всякого принес. Полезного, так скажем. Танин — это краска, наверное. Темная краска — это... А, нет, танин — это танин. Потому что black... Асу. Краска тем... Ну, black paint написано. Что... Я не виноват, что тут так написано. Так, это не то. Сюда тоже нечего. Подожди, в смысле нечего? Вот это можно скинуть, вот это можно скинуть, вот это можно скинуть. Подожди, в смысле, из файбера я сейчас могу накрафтить? Кому он? В смысле, зачем? Зачем мне выкладывать файбер, если я могу накрафтить немерено Лайнена? И будет персонаж качаться как раз фоном, правильно? Ну а чё нет? И вот эту херню пусть качает. Так, остальное пока выкладываем. Остальное пока выкладываем. Чё-то Скулыча давно не видать. Не, ну вон он на ютубе сейчас писал минут 10 назад. А у него сейчас этот режим работы, видимо, такой странный, типа. Ой, серебро, ништяк. А, потому что... Ну, короче, он писал, что он работает с 3 до 11 сейчас. Если раньше он вечером, грубо говоря, всегда был свободен, то сейчас он как-то работает. Ну, не знаю, смена, может, так выпадает. Чатик, не забывай лайк на ютубе. Давай 10 лайков хотя бы дожмем сегодня. Ну, так я же понимаю, что новый канал у нас и так маленький, но мало ли вдруг получится дружелюбно отработать схему вот эту. Так, это крафтится, это крафтится, это крафтится, это едает, едает сосисочки. Мне нужен, кстати... А, подожди, мне нужен... Хэндл, 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 хэндл. О, хэндл как... Хардвуд как раз есть, кстати. Хардвуд как раз есть, это ништяк. Это мы сейчас починим тогда... Дуальчики наши, да? Теоретически. Use repair. Ништяк. Да, да, Антох, переходи на ютаб, когда мы стримим что-нибудь эксклюзивное, так скажем, или же какую-то новую игру, то весь упор лучше на ютуб делать, чем на твич. Потому что на ютубе важны просмотры, лайкосики, вся вот эта вот иробора, так скажем. Так, так, дуло я... Блин, надо забрать. Починить, починила, забрать обратно. Best Bond Dual Blade. Туда. Это починить, это починилось, и Русик сказал собрать тупо камней. Мне нужна кирка, получается. Погнал, по камням пробегусь тогда. Да, чат, а жвачка сегодня что-то это... Что-то как не в настроении, если так скажем. Поэтому бегаем с Русланычем вдвоем. Не, жвачка может тоже сейчас в игре бегает, я что-то... А, не, он вышел, по-моему, из игры. Ну, что-то он, да, не в настрою. Русик говорит, он, типа, весь день такой. Здорово, Исакомыч. А игрушка новая, она еще не вышла, это... Как это сказать-то? А тут нельзя показать. Короче, чисто два сервера сделаны для контент-креаторов вот этой игры конкретно. Русскоговорящих стримеров по этой игре, русскоговорящих видосов именно с 10-го. Ну, то есть со вчера вы пока что не найдете, потому что пока что со всего мира у нас, так скажем, эксклюзивный доступ от этой игры. На данный момент, по крайней мере. Вот.
Но это не выпендрёж, это я к тому, что лайки нужны, потому что, ну, просмотры, все вот это тоже, соответственно, будет, потому что ребята интересуются, многие заходят, спрашивают, и типа... Поэтому, кому не сложно, на ютапчике, пожалуйста, не забывайте поражать. Игрушка, да, что-то, я говорю, типа Conan Exiles, Ark Survival, что-то типа того. Не, на самом деле прикольная, блин, мне нравится, в ней разрабы очень офигительно сделали оптимизацию игры, очень круто сделано. Потому что мы даже на ZBT, когда играли до Нового года еще, мы просто офигели, в смысле, как можно сделать такую графику с погодными условиями, с таким количеством джунглей, леса, тумана и прочей всякой игровой фигни, и игра не лагает, приколи. Вот, а на данный момент, ну типа вчера, по крайней мере, было выпущено только два сервера. Один сервер азиатский, а другой сервер непосредственно Европа и Северная Америка совмещенный, типа. Фишка данной вот этой всей истории, то, что сервера доступны для контент-креаторов, у которых есть роль в Дискорде, которые разрабы, типа, с кем сотрудничали, типа, кто заявки там подал, наверное, не знаю. У меня просто она была, потому что мы еще за БТ стримили. Вот, и тут, получается, играют чисто стримеры с ребятами, грубо говоря, ну, со своими друзьями, там, зрителями и прочее-прочее. То есть, если кому-то было бы интересно... Мне нужен только Steam ID ваш, грубо говоря, да, и я могу эту игру запросить, но опять же, это нужно будет бегать на стримах вместе, то есть, как бы вот в чем фишка. Так, Юсакомыч, да, это непосредственно разрабыш нам и дали ключи. Не-не-не-не-не, Юсакомыч, это специально для два стримерских сервера, чтобы показать игру, собственно. Они, собственно, для этого ключики и выделяли, как бы. Поэтому такая тема. Так, камни. Блин, я еще пока и привыкнуть не могу, куда все это скидывать, но я думаю, что, наверное, сюда. Так, кололит, стоуны, флинт. А, гипс тоже сюда скинем. Кстати, а, подожди, стоп, а дай-ка я маску, типа, изучу сейчас. А, не могу, у меня 25 уровень нужен. 25 уровень нужен, чтобы я мог... прокачать ветку лука и ветку дуальных мечей, значит. Один из трех у меня прокачан, но для второго навыка, так скажем, мне нужен 25 уровень. У меня пока что 19. Но, кстати, блин, с учетом, что вот эти стрим-сервера, они с рейтами X5 сделаны, блин, качаться все равно довольно-таки долго, на самом деле. Игру никто не знает. Ну, да, тоже верно. Но она как бы еще даже, ну, типа... У нее был только ЗБТ, по сути, один. Потому что игрушка неизвестная. Плюс название поменяли. Раньше она называлась Mystery Mask The Immortal Soul. А в итоге после ЗБТ разрабы там делали голосовалку, типа... Ну, не голосовалку, типа, ребят, предлагайте, как назвать игру. И вот многие предлагали именно Soul Mask. Ну, типа, нафига удлинять название, да? The Immortal Soul Mystery Mask. Ну, типа, камон. И все такие, блин, давайте просто, типа, Soul Mask и все, как бы. И они как бы согласились, и, собственно, такая тема. А, я когда анонс видел, думал, какая-то новая часть ассасинов. Кстати, подожди. В смысле, я играю за тетеньку, и я вам не показал, как вот это выглядит. Смотри. Сейчас, подожди. Надо подойти к какому-то дереву или к какому-то камню, я сейчас покажу. Мы, короче, сейчас же бегали, дождь был, смотри, как это все... Красочно выглядит. Подожди, это надо вот здесь встать. Между двумя деревьями так точно текстурки нам могут помешать. И мы, смотри, по ней прям вода после дождя стекает, понимаешь? Все видно. Вот пятна воды, ой, капли... Ой, бляхмуха. Ё-мо. Осуждаю, давай оденем. А то там видно было. Ничего там не было видно, там ноги просто и тень. Ничего там не было видно, вам показалось? Ну, короче, сам факт, что видно, как вода стекает именно с персонажа. Типа, это, блин, очень офигенно сделано, анимация сама, вот эта вот история. Вон, видишь, прям ручейки, вот эта вода, все течет, прикольно, офигенно. Да не, Антох, да нет, это тень просто так прорисована. Это чисто тень. А почему ты в маске нижние уровни не качаешь? В смысле, какие нижние уровни? А зачем, типа...
Просто, ну, как бы я буду прокачивать оружие, потому что мы будем бегать по боссам первоначально, а нижний уровень это типа увеличение там опыта, там заработок, прокачка опыта, прокачка персонажа, это типа увеличенная, ускоренная прокачка, рубить дерево, там собирать, ну, типа майнинг, да, и прочее, готовка. Типа, мне это нафиг не интересно, мне главное пока что выкачать оружие, как бы. Не, ну подожди, можно было мечами, кстати. Как вариант. Мечи заточил, и все. Слушай, а я не знал, что тут есть такая, как бы. Пена для бритья. Ну подожди, можно было глиной намазать. Да, кстати, умение не прокачано. Просто не прокачано умение, кстати. Рили. Осуждаю. Осуждаю вообще на всякий случай. Осуждаю. Так, это тоже камень у нас, да? Да, вроде камень. Или это просто... Не, это просто скала, это не камень. Это просто скала, это не камень. Так, пойдем дальше искать стоун. Намажь свою бороду, говорит, глиной побрись топором. Да-да-да, причем, знаешь, кстати, не обязательно по мокрой глине, да, так скажем, брить. Можно же глину подсушить и потом просто с волосами отдирать, как бы, понимаешь? Мне кажется, довольно-таки профитная фишечка. Кстати. Так, у меня персонаж 19. Блин, 19 уровень, это на самом деле так мало. Так, у меня ничего не качается. Почему? А что я могу прокачать? О, я могу прокачать стоун. Подожди, стоун, а это? А, это бистбон. 2,5. А что я могу прокачать такое, что будет типа... Кстати, камон. Мне-то какая разница, что качать. Мне главное, чтобы персонаж качался, остальное буква Ю. А фишка в чем, правильно? Что персонаж, когда что-то делает, он все равно качается. То есть, то, что у него крафтится в кармане, от этого идет опыт. Да-да-да, древняя эпиляция, говорит, огонь прям. Даже, а где я? А где база? А, вот. Я просто думал, что потерялся. А я могу, кстати, я в игре вообще профессионально теряюсь. Кстати, вот Антоха вообще прошарена. Кстати, реально можно прыгнуть тупо через костер и здравствуйте. И все. Так, давай похомячим. И стамину надо восстановить. И стамину, и хпшечку. Ой, сколько дресни всякой накрафтил. О. Правда, блин, это Лайнан, типа. Лайнан, это не особо интересно. Слушай, ну вот эта тема, конечно... Давай вот, чисто аккуратно. Осуждаю. Не, ничего не видно сейчас было. То, что, ну, там просто тени падают от деревьев. Ничего не видно. Осуждаю на всякий случай. Максимально осуждаю. Вообще ужасно. Как ужасно осуждаю. Так, ладно, давай еще пенечку вот отрубанем. Не, ну вообще как бы логично. Так даже не было трусаиро придумано никаких. Я просто не стал дальше заглядывать, а то бы вы такие, а, там что-то видно. Поэтому я не стал вам показывать дальше. Чатьки, не забудь, пожалуйста, на ютубе прожать лайк. Там прям будет, ну, давай дожмем хотя бы, ну, чтобы ровное число было. Блин, нифига себе, это я сейчас столько лута принесу в дом. А уф. Не, игрушка действительно, разработчики очень крутые ребята, серьезно, потому что такое наличие зелени, такая прорисовка текстур, то есть деревья, вот это веточки все, RTX-лучи, понимаешь, огромное количество деревьев, зеленки различных, скал, вода и прочее, и все нарисовано офигенно. При этом игрушка не лагает. Это очень круто, это, ну, действительно важно. Оптимизация в играх — это очень, ну, такой трудоемкий процесс, на самом деле. И очень хорошо, что ребята все это дело сделали, как бы. Молодцы. Могу даже предположить, что на релизе это будет выглядеть еще в миллион тысяч раз круче, как бы. Так, ну, камни, ладно, сюда скину. О, гипшум. А че? А, в смысле, и все? Это, в смысле, это я только один стак принес, что ли? Я-то думал.
Так, анкрафт. Короче, все вот это дело разбираем, потому что мне это не нужно. Это тупо лут. Раскидаем сейчас по чемоданам. Так, это тоже сюда. Это куда-нибудь в более полезное место, например, сюда. Потому что это мне нахрен не надо. Правильно? Да не надо, ну зачем ты крафтишь вот этот трик? А, трикроп. А, блин, ну логично, у меня же предметы разбираются, поэтому ресурсы тоже стакаются, все окей. Так, трикроп. А, ну ладно, хрен с ним, пусть пока разбирается, пойду дальше. Поколочу камушки. Слушай, ну нормально сейчас. Принес и кололиты, и всякие фигиты. Нормальная тема. А тут можно как в Элдоре с медведем или что-то типа того? Нет, здесь такого нету. Здесь такого нету. Не, ну это по сути обычная выживалка, типа, я говорю, типа Conan Exiles и Ark. Только здесь, так скажем, своя атмосфера, довольно-таки прикольная. Довольно-таки интересная, как бы, и плюс... Я думаю, что на днях мы дойдем до топовых локаций тоже, как бы. Ну, надеюсь. Получится это или нет, ну, это, типа, покажет время, как бы. Хотя, теоретически, на выходных можно дойти куда-нибудь. Ну, хотя бы в среднеевропейскую вот эту вот локацию, где, ну, обычные леса нашинские, так скажем. Я думаю, туда можно попасть, в принципе. То, что до зимы мы не дойдем, это по-любому. Там тупо делать нехера, потому что там одни орлы чего стоят, которые типа дамажат, летают, да? Это как бы, ну, капец. Мы пойдем туда, эти крокодилы. крокодилы. Помнишь, где это где слоны? Где телепорт второй. А, все, понял. Угу. И там будем строиться. Угу. А, ну это вы типа решили именно там базу уже делать основную, да? Или это ну, тоже да. Какая-то а-ля перевалочная? Это перевалочная. Там будет основная. Ага, окей. Не, ну нормальная тема, оттуда, считай, все рядом, как бы, да, и с секвоями, грубо говоря, тот лес тоже рядышком со слонами относительно. Нормальная тема. Так, я бегу чиниться. Ой, обрыв. Просто там без бронзы делать нефига. Да там, да, там жестко. Там, считай, и броня в идеале нужна, и оружие, и как бы плюс и прокачанная оружка, опять же, перки и персонаж тоже. Потому что там люлей, я помню, нормально отвешивали так. И мы даже поначалу довольно-таки приличное количество времени бегали, я помню, и возмущались, типа, какого хрена. Чё так жестко, жестко у вас, опять-таки. Так, починить. Да ладно, лук не так страшно. Бренч, бестбон. Не, нет смысла чинить. Так, и это, значит, выгружаем. И это выгружаем, это выгружаем. Да, похуй, это тоже выгрузим. Осуждаю. Так, собственно, ну, я вот что-то принес какую-то часть. Я могу дальше побегать, мне, в принципе, какая хер разница, у меня опыт идет и вообще пофиг. Ну, смотри. Не, если ко мне надо, то вообще без Б. Знаешь, что сделать? Давай сходим на соль. Там, где соль, помнишь? В пещеры какие-то там или что-то типа того? Ну, на побережье там соль. А, пойдем. Так, место есть? Место, ну, теоретически хватит, наверное. Да, пойдем сходим. А, все, помню. На побережье там, где база еще с этими, с варварами типа. Да. А, ну, пойдем. Километр. Бежать, правда, пипец. Километр. Пипец, метку поставил, а я не вижу. Визуально даже. Вижу. В смысле? У меня полторашечку показывает. А, не, подожди, все. Это я на обычный лагерь, где типа кристалльчики лежат. Это не то. Говна пирога, блядь. Да ну нахрен этих мартышек. Так, сейчас Русланыч 5 чека.
Думаю, что я все время вместо оружия ближнего боя какого-то хрена выбираю нечаянно хилку и посреди боя лечиться начинаю. А у меня просто на единичку почему-то стояло этот, типа бинты. Бывает. Да жесть вообще. Таратай-тай, таратай-тай, таратай-тай-тай-тай. А чё, мы кругами как-то? А, там пантеры же могут быть. Не-не, нормально, ну, нормально. Нет, я просто через лагерь бегу. Ну, да, давай заодно. А, ну типа кристальчики вот утонуть. Кстати, ну, да, через... а чё бы нет-то, ну. Через нижний... Подожди, там вообще ещё можно по пути 3 или 4 штуки собрать даже. Здравствуйте, здравствуйте. Ухаёшечки, ребятошечки. Не, игрушка бомбезная прям вообще. А, да, классная в смысле. Хорошая игра в смысле. То мало ли может. Неактуальное слово. Так, middle hit, easy to get, это hydration. Чего в смысле? А, тут жарище типа. Ой, я потерялся. А, я понял. Это я куда-то не туда ломанулся. Все понятненько. Идь. Так, и где этот лагерь, типа? Ага, вижу. Не, русский язык будет, Миш. Русский язык они завезут. И это даже написано в превьюшке игры. А, это они просто между собой хренячатся? Что это за чел? Русик, быстрее, он сейчас... А, он уже заберет. Он сейчас заберет. Или уже забрал. Он уже забрал, это... Угу. Не, на данный момент просто пока еще нет релиза и прочее-прочее, в игре присутствует только китайский и английский. Ну, так как разработчики типа китайцы, как я понимаю. Ну, из Китая. А может и не из Китая. Ну, короче, они, может, проходят по-китайски, да. Добавить должны, я знаю, испанский, русский, по-моему, бразильский и какие-то еще языки. Корейский. Ну, возможно, кстати. Там прям в превьюхе на начальной заставке написано, типа. Чё за игра такая, впервые вижу, называется Soul Mask. Она была в ЗБТ до Нового года. На данный момент это, так скажем, чистые сервера, два сервера для стримеров. Один азиатский, другой Северная Америка и Европа совмещенные. Вот, из руязычных, я уже сегодня, правда, не первый раз это говорю, но это не выпендрёшь, это, ну, по факту. Эту игрушку можно посмотреть только у меня на канале. Вот, не знаю, как этот подгон работает, но на ЗБТ только мне тоже давали этот ключ. Ну, из ру язычных, опять же. Как-то так. Чё, на скалу пенёк полезем? Золотая. Нет, пенёк золотая. Опа, нифига. О, орешки. Я вообще не знал, что пеньки можно лутать. Ты серьезно? Теперь знаешь. А как ты пришел к тому, что ты узнал, что можно лутать пеньки? Бананы искал. Да. А другие игроки, да, Антох, другие игроки тоже есть. Другие, ну вот, вот буквально минуту назад мы как раз встретили другого игрока, который забрал из сундука, типа. Когда я ручку искал, типа, давай быстрее, а то он заберет. Но в итоге он и так забрал этого. Как раз был вражеский игрок. Тут много, кстати. Ну, особенно на начальной локации, там, конечно, побольше, типа. Пойдем налево лагерь. Ага, конкретно вот эти два сервера, которые сейчас для контент-креаторов только открыты, они чисто ПВЕшные, то есть ПВП здесь нету абсолютно. Ну, чисто потрогать, пощупать игру, плюс рейд X5. Поэтому, если кто-то желает бегать вместе с нами на стриме, именно на стримах, то могу подогнать ключик, но фишка в том, что все это контролится со стороны разрабов, потому что они запрашивают Steam ID и, типа, смотрят, типа, идет стрим, не идет, играет, не играет, такая тема. Вон, ну, кто-то сидит. Ну, кстати, да, вот кто-то из реальных игроков АФКшит. Какает, наверное. Разбежавшись, покакал со скалы. Подожди, это тетя? А, не, это дядя. Самое прикольное, все, кто уходит вот из игры, вот так сидят. Ну да, да, да. А это в Last Oasis и такая же тема была. В Арке, по-моему, такая же фишка. Ну, я в Арк не играл особо, я хз. Поэтому могу придумать насчет Арка. Conan Exiles, по-моему, также эта тема работает. В Last Oasis также эта тема работает. Причем в Last Oasis там еще и пипериков можно было получить, когда ты сидишь вот так в АФК, типа. Бля, здесь залутано.
А, и в Конане также, да. А, в арке, да, тело остается. Так еще и дракончики и прочее, прочее, вот эти радости тоже остаются. Еще и белочку обул. Что ж ты, гриза, человек такой. Блин, у нас вообще, слышь, ручка, у нас Андерсон еще, он свидетель неправильных вещей, понимаешь? На этих, на дачников, на каких-то напали, на огородников, огороды почистили, картошку забрали, помидоры забрали. У белки из пенька орехи забрали, типа. Андерсончик всегда такой был. Бля, теперь хотел по привычке на тройку лук взять, в итоге опять похилил. Ну, понятно все, бля. Так, а здесь, кстати, где-то тоже, по-моему, справа, да, эти руины были с кристаллами? Слева, да. Сейчас. Так, а, вообще по прямой, кстати. Нарисовано здесь кайфово, конечно. Да я вообще, блин, я вообще, я говорю, я не знаю, какие технологии они использовали, но... Блин, оптимизировать игру с таким количеством травы и с такой офигенной графикой, я хз, это, ну, типа, странно. Если они еще кого-то починили, вообще супер. Угу. Кстати, да, ребята, кто первый раз видит эту игрушку, тут несколько различных биомов. Есть и среднеевропейские леса, есть снежные горы, есть вулканическая какая-то местность, есть вот эти джунгли, есть именно тропики, жесткие тропики, есть какие-то североамериканские леса или хрен знает какие там, где вот эти секвои с огромными чистыми водоемами и где слоны бродят. Не, это точно не Америка, блядь. Ну, короче, с секвоями что-то. Кстати, вот постройки, которые стоят, это вот постройки тоже, ну, реальных игроков, как бы это не просто так домики. Это именно, типа, не геймплейные, ну, как его. Короче, не текстура локации, это дома реальных игроков. Типа, вот этот хотя бы на дом похож, понимаешь? А вот это просто ебалу какую-то квадратную построили, типа. Ну, как бы, то на что гораздо, понимаешь? Инженерная мысль, она такая, типа, разная бывает. Был белка, стал белка, говорит. Типа орехи забрали, да, и все. Ну, это не у белки, а у обезьян, но это не суть. Подожди, а что, ты не хочешь мобов этих забрать, алло? Мы же пробежали, вот они здесь наверху. Там пустой лагерь. А, ты уже видел? Я просто... Нет. Я же показывал домики, вот эти постройки и прочее. Херню. Блин, чё ж так еда быстро заканчивается? Еды. Блин, кстати, знаешь, было бы прикольно. А, на данный момент, вот я обратил внимание, он когда жрет пищу, у него видно, что рука тупо пустая, он просто как будто из руки ест воздух, типа. А ты хотел, чтобы он яблоко надкусал? Не, ну хотя бы визуально, чтобы в руке, да, был какой-нибудь шматок чего-нибудь. Ну, типа, не коричневого. Да, да, да. Не, то, что секвоя Северная Америка, это я знаю, типа, я же поэтому и говорю, типа, Америка, а потом, типа... Сложил плюсы с минусом, типа, откуда в Северной Америке слоны, камон. Хотя это древние времена, может, они тогда еще и ходили там. Отстроенных, ребят. Чаще-чаще, ручки, я... Третье здание уже. Я пока далеко... Ну, это, по сути, начальная локация, видишь, кто-то здесь, да, типа, обитает. А какой смысл, говорит, развиваться и улететь на Луну? Да нет, в смысле. Кстати, что-то типа такого смысла в игре Икарус. Начинаешь там с хрен знает с каменных и с деревянных всяких построек, оружия, и дальше там прям нормально прокачиваешь и оружки, и прочие пушки. Но там есть такая приколюха. Смотри, они перерисовали этих крабиков. В смысле? А, они раньше... А, подожди, ну да, слушай, сейчас они более текстурные такие стали, и рельефные, кстати. Да, то они прям темные были, по-моему. А тут прям с голубыми прослойками. А просто модели. Угу. Да, тут уже натянули текстуру. Не, я не знаю, мне прям нравится, что локации именно сделаны разнообразно. То есть не просто набор каких-то штучек, а прям, знаешь, такое ощущение, садились и каждую локацию прям вручную все прорисовывали, простраивали. И ни одна локация здесь друг на друга не похожа, по сути. Ну, точнее, именно биомы имею в виду. Не, ну молодцы, чё. Сейчас я вам воду еще не показывал, ребятушки. Даже надо попить, кстати. Блин, ну вода прикольная как раз, где вот секвой и прочее-прочее хреновня. Но здесь тоже атмосферненько так. Даже если вот, ну типа просто попробовать. Да не, не видно. Вот тут еще один лагерь. Осуждаю.
Лагерь, лагерь, лагерь. Где? Кстати, ребят, для тех, кто не видел, смотри, вот мы сейчас проплыли, и обратите внимание, по ноге прям вода стекает. Типа капельки воды, они на теле реализованы, нарисованы, и типа прикольно все сделано. Очень круто. Да, блин. Попугай по тапкам дал. Чатик, не забывайте на ютубе лайки, пожалуйста, это важно. Что здесь прикольно еще, если попугаев ты спугиваешь, они привлекают внимание, даже панты. Да ладно? Да, а, нифига себе. Слушай, ну это очень круто. Пытался от пантер, набрел на трех попугаев, не заорали, они тоже там. Жестко. Ой-ой-ой, что тут народу-то столько? А ну-ка сюда, пацаны. Сюда, братишечка. Кстати, чатик, обратите внимание, фишка игры, они в масках ходят, понимаешь? В масках ходят радостные. Это мой сундук. Все золото? Не-не, я же ничего. Че, на соль? Пойдем на соль. Угу. А, ну здесь, кстати, панты бежать. Здесь где-то лагерь скаута должен быть. Я что-то не вижу. Да нет, ну это ж, ну типа собаки какие-то дикие. Я, кстати, не знаю, что это за собаки, типа. Дикие собаки так называют. Не, Антох, почему? Маску можно снять, типа? Ну как бы. В смысле, нет? Я же снял. Нет, ты не можешь. А, только внутри, в инвентаре можно просто посмотреть на лицо, типа. И все. Нет, тут фишка игры именно от маски зависит. Типа маска заряжается энергией, там использует всякие способности, там тырит души в рабу, вот этих вот. Ням-ням. Короче, варваров. Тут, короче, фишечка, так скажем, местная. Сейчас дай-ка я попробую вот этот новый модный лук. Ага, а крабу похуй вообще на мой модный лук. Блин, ну лук все равно надо прокачивать, потому что если он будет не прокачанный, ну, блядь, от него толку. Там и перки новые различные открываются, всякие прикольные, когда прокачиваешь конкретное оружие. Крабы какие-то бесполезные, ничего не падает. В смысле, а ты их разделываешь? А, кстати, да я забыл, что их разделываю. А, хитин, кровь и какая-то еще ебалейла. А, ну и мясо, типа, свежее. Бесполезный, говорит, просто упали и ничего не выпало с них. Вообще, да-да-да. Краб такой, блять, я забыл кошелек с собой взять. Так, ладно, это хер с ним оставим. Русик, секундочку, X перезарядю. Так, говорит, с чьи это, говорит, это шама рисовали. И типа, и спрятали под маску как раз, да? В смысле, блин, Андерсоныч, ты только заметил, что ли, камон? В смысле? Вы шо, блин? Я ж это на самом первом стриме даже показывал. Осуждаю, блядь. Бегу-бегу. А чё, можно же вплавь тупо было проплыть, чё мы по берегу? Или ты думаешь, сейчас этого отрисую, типа, скаута? А в меню? В меню? Бля, ну да. Assassin's Creed. Полетели. Не, ну в меню, да, ничего так смотрится тоже. Ай, блядь, стамины нету, что я нападаю-то на него.
А слушай, а вот эти крабики-то они тоже довольно-таки нехило бьют 15 уровня. Ну то есть, мне кажется, если крабов 5 нападет, то можно звезды получить нормальный такой. Блин, ну копье вообще топовая фигня прям. Я как смотрю, как ты их подтягиваешь вот это за шнур, офигенно. Да хватит, блядь, надо убрать, короче, эту аптечку с трешкой, потому что я путаю кнопки нахрен. И сейчас опять вместо лука аптечку взял. Хедшотик. Кстати, тут баллистика в игре даже есть, приколичат. Тогда, да, ахиллесову пяту подряжают, понимаешь, и все, здравствуйте. Ёпта, 17 уровень. Ай, блин. Тихо, братан, тихо. Мимо? А, не, попал нормально. А как он по мне попадает? Я же манти... Ах ты ж, хрен. Я зарядился фул, а он отошел в сторону. Нормально вообще, нет? Не попадешь, я хожу. А. Лови заряженный. А если поближе подойти, может больше урона будет, типа? Не, по-моему, так не работает вообще. Ах ты ж хренорыл. Ай, хорош. Мимо. Да, свидос. Все, ништяк, я одну забрал. Так, свет, подсветку надо включить. Кстати, чат, ты не угорай. Эта подсветка, ну, типа, реально здесь есть. Делается из-за светлячков. Фонарик, типа, специальный. Да, меня бесит, когда он отходит в тот момент, когда идет топовое натяжение. Прям бесявая хрень. В пенек стрельнул, понимаешь? Вот такой я топовый тиммейт, понимаешь? Тупо в упор в доску в какую-то стрельнул, вместо того, чтобы по мобу нафигарить. Профессионализм, хули. Наша схема. Блин, нифига ты его дамажишь вообще тупо. Что-то вы подустали, Руслан. А, о, мы же можем собирать. Подожди, а как собирать-то? Киркой или чем-то таким же, да, по-моему? А, да, киркой. Угу. Ну, это как шар. Угу. Слушай, а соль для чего? Для еды там нужна будет? Типа для рецептов каких-то или нет? Да, да, да. Угу. Ништяк. Пипец, вроде столько бегаем, столько мобов поперехреначили, столько, типа, лута и прочего-прочего, типа, покрафтили и прочие моменты. А персонаж всего 20 уровень никак не... Я хз, как я буду апать 25-й, чтобы прокачать, типа, вторую ветку умений, типа. Это, говорит, уже в Питере. Осуждаю, Антон Павлович, осуждаю, блин. Кстати, киркой хорошо бочки. А, да? Ну-ка, мне даже интересно. Кстати, и кувшины тоже ничего так. Соль нужна, чтобы приманивать лосей, говорит. Кстати, ну. Кстати, блин, а может реально тут лоси есть какие-нибудь? О, оранж пейнт. Брос. Заброс. Ну это еда какая-то, типа. Борщ. Бротх. Ну, борщ, наверное, да. Борщ. Оранж пейнт и коттон сит, если надо, вот лежат. О, еще что-то. Алоэ. Оранж пейнт, это оранжевая краска. Не, оранж пейнт, это я знаю, я имею в виду, еще что-то лежало там. Просто я с красками с этими вообще не понимаю, что делать, а вы жвачкой хотя бы шарите, и, типа, вам будет более профитно, так скажем, это. Можно покрасить маску, одежду. А, блин, потом же у нас еще появится и этот. Блин. А, станок, типа, для создания масок. Ну, не станок, а что там? Маникюрный набор, блях, мух. В кавычках. А че он убегает? Нормально. Сдаем шоу.
Да, Свидос. Пипец, как меня бесит его вот это вот. Причем, блин, сделано прямо очень громко. Нельзя было потише как-то, да, вот запилить этот момент? Мне кажется, это специально сделали, чтобы ты следил за стаминой. Смотри, если мы пойдем прямо, там пантера. Угу. Причем тут пантера, тут пантеры жесткие, кстати. Я что-то... Ты уже 37 уровень? В смысле? То есть я пошутил, но не пошутил. Кстати, ты реально 37 уровень? Кстати, да, я не видел. Фига себе. Во, видишь, зато ты можешь уже прокачать практически все, что нужно из веток навыков, кстати. Единственное, наверное, не сможем прокачать там, где голубые кристаллы вот эти нужны. Дышит, конечно, говорит, там, прямо огонь. Там много чего надо. Ну да. Так это мы еще пирамиды же не открывали тут. Как я понял, раз они анонсировали, что открыты все локации, это значит в пирамидах мы тоже тогда... Помнишь, мы не смогли двери открыть? Вот, вполне вероятно, что мы теперь сможем внутрь попадать. Кстати говоря. Так, ну что, пойдем шахту откроем. Только аккуратно, здесь пантера. Да-да, сейчас я крабику накидаю. А это какая соляная шахта тут же, да? Нет, здесь тяное. А, окей. Добавили бы еще немножко... А, говорит, 18+. Антон, это выживалка вообще-то, а не то, о чем вы подумали, кстати. А ну сюда! А ну иди сюда, куда ты побежал, блин. А ну стой. И приколи будет эпичный, и сейчас из-за поворота такой леопард выбегает. Он здесь, кстати, аккуратно. Вот это будет вообще по-пу-пу. Ну, по крайней мере, раньше здесь был. Ну, где-то в этих краях. А ты приколи до сюда бежать за лутом, вообще жестко, блин. Я 4 раза бежал. Да это капец, типа. А на 5-й раз меня поймали, типа, эти какие-то чудики. Складом меня завалили. А, ну это когда на PvP типа играли? Да. Да. Да, меня, говорит, тоже огорчили, что как в Балдуре с медведем, говорит, это нельзя. Понятно все с вами. Все понятно, какие у вас фантазии фантазийные. Ясненько, понятненько. Тут вот об одном только думают, Руслан, поймешь, вообще, ну как так, в смысле? Я не сомневаюсь. О чем еще могут мужики думать? Ну, типа, как заточить копье, например. Я вот постоянно думаю. Сегодня в ножи точил, кстати. Ой, бля. Блин, а интересно. Стрёмно поначалу, капец. Ага. Блин, было бы прикольно, если бы они сделали бы, знаешь, какой-нибудь элемент, типа, ну, если пантера где-то рядом ходит, там, не знаю, урчит, там, шуршит, не знаю, там, шелестит, там, лапами, не знаю, по листве по какой-нибудь. Потому что, по-моему, на меня тогда леопард этот или кто так, просто рандомно выпал тогда. Да. Он тогда просто тупо напрыгнул, как обычно, как пантера раньше напрыгивала, и все, и здравствуйте. Ой, копье точить, говорит, может, каждый это надоедает. Блять, опять об одном. Ну что ж такое, алло. Да нет, Антох, ну что, да нет. Так, этого элемента вообще в игре нет, что пристали, алло. Да, ребятушки. И это, конечно, кошмарный кошмар. Мимо? Где сама шахта-то? Obtained stone. Это что-то модное, да? Это не просто стоун, а... Нет, это камень. Ну это какой-то модный... А, подожди. А, obtain. Ну типа поднято, наверное, или залотано. Что-то из этой серии, да? Я потерялся. Ой, тут уходит. Блядь, кто-то огромный идет, пиздец. Голем какой-то. А, нет, это ты камни собираешь, извините. Они просто так катились, как будто реально голем какой-то шел сверху. Я ж перебездел. Это не камни, труда.
А у меня нет такого, у меня просто типа stone написано. Ну, в инвентаре я имею в виду. Ну, типа обычный stone тупо. Ну вот, вот этот вот рубани. У него же текстура другая. Так количество. Я вижу. Obtain tinoir. Нет, obtain stone я собираю. Я хз, может у меня что-то не прокачано? Obtain stone у меня собирается, и obtain gypsum, и flint. Все. Да, смысл не может. Хотя, не, я вижу, что текстура другая. Визуально выглядит как, типа, ну, не алюминий, конечно, но что-то типа такого, блестяшка прям. Не, я ж поэтому и удивился, говорю, у меня нету нихера другого, типа. Больше никуда стакаться не может. Соль мы набрали, но соль это и была соль. Камень-то у меня падает, но у меня падает нитяное. Странно. Не, у меня обычные. Я поэтому и говорю, о чем мы обычные камни пришли лутать. Ну тогда ты собирай. Я сейчас насобираю камней. Классификация. Минерал. The most common stone. Написано. А может там где-то что-то надо было изучить в колледже? Не знаю. Чтобы конкретно добывать вот это тяное ваше. Может быть где-то... Слушай, мне почему-то кажется, Росик, что это надо где-то что-то изучить, потому что, грубо говоря, у меня персонаж бестолковый, он такой, о, да ты только камень, типа, понимаешь? Может, он просто не сечет, что можно подбирать еще что-то модное. Блин, а вот знать бы, где это... Аллигатор скин. Разблокируется блюпринт. Кстати, да, походу, да, Рос. Походу, дело именно надо изучать что-то конкретное. Ну, странно. Возьми тогда вот этот тиной, я тебе скину пачку. Ща, буквально. Сриберг. Блин, вообще странно, типа, ну... Камон, руда, она и есть руда, нафиг ее изучать. А с другой стороны, ты не знаешь, вот, например, что это такое, и собираешь. Бля, ну тоже бред, потому что он здесь в игре собирает все, в принципе, как бы. Ща. Премиум Трикрайп, премиум Бестбон. Ой, блядь. Ёпта, я чуть не покакал, Русик. Я сижу в этом, в меню. Подожди, ты мне тоже скинул стол? Нет, это камень, я просто выкинул камень. А его не надо подбирать? Не, брось. А. Брось каку, говорит. Понимаю. Так, ладно, сейчас я тогда быстренько дальше чекну. А здесь я посмотрел. Бейщик. А как оно выглядит, тяное, вот этот визуально? Вот здесь возьми вот. А, вот, тин ора. Вот такого у меня не было. Ну, серьезно. Вот сейчас есть. Нихуя себе ты мне насыпал, алло. Он у меня идти не может уже. Ну, камни выкидывай, что не надо. Бля, кстати, реально. Извините. Стример нет, тупой. Угу. Гипсом нужен или тоже скинуть? Да, можешь скинуть. Так, соль по-любому нужна. Шел оставлю, типа хитин этот. Ну ладно. О! Ну он у меня прямо, кстати, в натяжечку, по-моему. Больше не влезет. И все, говорит, гамми овер. Да, фантазер вы, конечно, ребятушки, ужасные. Так, мясо 0.48 занимает. Да нахер, тоже скину. 1.4. Блин, а что-нибудь скинуть такое, что прям увесистое? А скинуть ты нехера, как бы. Кружка. О, 5 граммов. Скинем нахрен ее. У тебя картошки-то не осталось? О, есть! Тебе нужна картошка? Нет, я имею в виду это. Ну, именно суп, кстати, есть суп. Да. Есть. Так он на 20 минут всего лишь, ну типа... Ну ладно, окей. По мячу. Ух, какой сразу бодренький. Ауф. Это мы не вам, а разрабам пишем, вдруг увидят и добавят функцию. Ну такая сомнительная функция добавлять, чтобы game over, как бы. Так, там трупешники лежат. Попробуй еще раз подобывать, может, забаговался ресурс, сейчас, когда он в луте, будет отображаться.
Не-не-не, тут я ж только что листал эти, как его, обучение, там именно всякие вот продукты и всякий лут, они добываются. Я добывал просто камни, когда фигачил. Ну, у меня Obtain Stone и все, типа, по 10 штук. 10-16, обычный Obtain Stone. Просто тупо Stone, гипсом и пипец, а тинор не падает. Так, ладно, давай. Подожди, а у тебя какая кирка? У меня обычная костяная. Блять, а может из-за того, что у меня каменный не добывается? Ну, сейчас давайте бронзу кину, хочешь? Ну, чисто попробовать, давай. Чисто попробовать. Чисто ради интереса. Ну-ка. Да, вот тенор. Угу. Держи. Так, а как скинуть? X. Ага. Короче, вот от оружия, вот как я... Ой, от орудия добычи, как я сегодня предполагал, что что-то может меняться. И, кстати, меняется не только... А количество ресурсов, видишь, но и добываемый ресурс, оказывается. Ой, я бью костяной, ничего нормально. Ну, у меня костяной вообще не добывается, я же про что говорю. Ну вот, еще раз. Obtained Flint. Ну, типа, Flint обычный выпал. Странно. Может, что-то переделали? Собачки там. Ага. Слушай, кстати, могли переделать, потому что, во-первых, клиента не фиксили. Ой, тьфу, это костяная у Русика, да, у меня, Русика у меня каменная. Да-да-да, не костяная. Значит, начиная с... Да, значит, начиная с костяной, уже идет нормальная добыча. А чё, бля, у меня реально все каменное, и коса, и все. Понятно. Коса, топор, молот. Да, обычный камень. Я перегрел, пойдем домой. Пойдем, 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 да-да-да. Что, по прямой пойдем? Бля, по прямой опасненько. Хотя не, нормально. Там обезьяны, их уже сожрали. Я, кстати... Че? Не вижу, здесь шахта должна быть. Да, нам главное гепарда сейчас не найти, вот этого леопарда точнее. Что тут не залазит? Блин, я не понимаю, а что они так сделали, что в некоторых местах можно лазить, а в некоторых нет? Ну, это, по-моему, бред же. Ну да. Типа, если он может лезть, то он может лезть, ну, типа, везде, ладно? Окей, они могут отмазаться, что, блин, вот по этой локации не надо лазить, потому что здесь он не сможет пролезть. Алло, в смысле, в принципе, по отвесной стене вот так лезть, ну, типа, нереально, по плоской, без выступов. Ну, типа... И лук у тебя получается, фуфло. Ну, костяной фуфло, а следующий бронзовый идет или какой. Но у нас, типа, бронзы пока нет, мы ее еще не открыли. Мы ее открыли, у нас пока ресурсы. Ну, я имею в виду, да. Типа, прокачка. Так, это кто? А, это обычные кабанчики. Тапиры. Блин, так хочется ему в шнапак зарядить. Но не буду. Так, а дай-ка я метку на базу поставлю, а то у меня стоит старая метка. А чтобы пройти наверняка в аккурат, надо вот через вон ту меточку пройти. Через берег идем. А, окей. Через соляной шахт. Тут кто-то палит, тут два каких-то животных. А, один из них попугай, окей. Два попугая. А второй тоже Егопоп, вижу. Егопоп 77 или какой он там. Я руины нашел. Я, говорит, руины я нашел. О, я тоже вижу их. А, причем это просто руины, это не... А, подожди, так они у меня и на карте были же, да. Они ж на карте даже отображены были, кстати. У меня не было. А как? А у меня откуда было? Глюк какой-то, наверное. Левого или правого какого забираем? У полненького? Да всех. Давай полненького сначала пиперим. Ну, в смысле, забираем. Осуждаю на всякий случай. Нихуя себе, он еще и лучник, ё-мо. Сюда, Петя.
Так, я сейчас его обойду, вот этого плотненького дядю. Уясь, он нахреначивает. А, так он еще кровотечку вешает, понятно. Ой, тут кто-то ходит. А, ну это моб. Фух, ё-ма. Я же сначала испугался, думаю, кто крадется, не пантера или случайно, типа. О, сосисочки, это надо, это не надо. А у костра погреться? Север-хит очень жарко, говорит. Понятно, мид-хит. Типа... Короче, ладно, слишком близко к костру тоже подходить, типа, не рекомендовано, судя по всему. Но. Пойдем. Да-да, я секундочку. Мне что-то. Перезарядки. А, туда. Прыгай через него. То есть, Антох, ты все-таки хочешь его побрить, да, типа? Пусть. Ее, точнее. А, блин, кстати... Сейчас обратил внимание, полоска стамины уменьшена чуть-чуть процентов на 5 или 7. Это из-за усталости. Чё-чё? Когда низкая мораль у тебя... Ну вот, да-да-да, из-за сна. Не, мне сначала показалось из-за чё-то этих застав, думаю, каких застав, думаю, не было такого же. Да-да-да, то, что сон процентов 20 осталось, и стамина тоже уменьшена. Не, Русик ящик, по-моему, залутал. Ты залутал, Рус? Руслан? Я нет. Нет? Ё-ма. Сходи, залутай, я на берегу. Ага, а я что-то и не стал искать, думал, Русик подберет. Главное, на леопарда не наткнуться, на. Так, ящик. Теперь его найти, главное, потому что эти руины не маленькие, как бывают, типа стандартные, децельные. Спасибо, что подсказал. О, тут золотой слиток какой-то. А, не, копер. Это не золото, ни хрена. Копер нужно обязательно. Не, а я все забрал. Это для бронзы обязательно. Угу. Так, и я бегу. Чуть-чуть налево на тебя туда, получается. Прям на берег сразу бегай. Да. Ну, как минимум, там тупо безопаснее будет бежать, потому что... Ну его нахрен, эти пантеры, гепарды, леопарды. Медный слиток. Ну вот, да, Русик говорит, что типа пригодится, когда будем этот бронзу типа делать. Так, обрывчики аккуратненько. Чик-чирик. Осторожненько. Ништяк. Так, 4:30 утра, по идее. По идее, наверное, можно уже без подсветки. Не, ну темновато, конечно, но в целом... Да блях. Надо бинты эти реально убрать или третье оружие поставить на третий слот какой-нибудь, потому что я задолбался. Хочу лук взять нахрен. И постоянно беру... Блин, нет, дай-ка я поставлю, как раньше было. Потому что двойкой и тройкой мне проще выбирать оружие. Да нихуя не проще, кстати. А, вот, на единичку, на тройку оружие, а на двоечку еще хп, ладно. По новой схеме попробую. Бронза вроде, да, а медь и олово. Ну, может быть, типа. Из меня в этой игре такой крафтер, как бы. Да Русик вот с жвачкой, они прям, ну, шарят. Ой, это было. Игра как будто вернулась, потом развернулась. Ча, она у меня дышит. Чё ты говоришь? Я говорю, камни здесь другие какие-то, что ли? Я не знаю. Я, кстати, тоже видел вот эти, но... Хз, что это? Флинт и обычные стоуны. Ну, у меня, по крайней мере. Каменной киркой. Чё ты там скинул? Ну, это мусор, камень.
Кстати, да. О, блин, точно, да я обычный камень нахрен скину. Нафиг его с собой таскаю. Во. Все-таки поменьше перегруз. Кстати, может быть, да, какой-нибудь известняк. Вполне, кстати, вероятно. Что-нибудь из этой серии. Или мел какой-нибудь, хз. О чем? Ну, это пишет... Не-не-не, вот эти камни, ты говоришь, типа, какие-то новые. Может, здесь, типа, определенной киркой, если добывать, может, это реально какая-нибудь известь, типа. Не знаю, так вот нет просто. Обычный нет, тупо, да? Куча камней, кремний. А-а-а. Это значит, ну, визуально просто так сделано, типа на локации. Полпятого мы также в темноте пробирались к воде на рыбалке. Да-да-да. Я помню, как мы в тумане пробирались. Ничего не видно. А чё вот это? А, подожди, морские звезды? А их можно что-нибудь с ними делать? Они были в ДТ. А, нифига, блин, стрелы же можно подбирать, кстати. Чикать? В смысле? Ну, выстрелили, ну, стрельни рядом с собой и подойди на стрелу, просто тупо в пол стрельни и подойди на стрелу потом. Ну, там метра три от себя стрельни. Нет, можно попить водички, стрелу подобрать нельзя. Нет, нет, она у тебя автоматически подбирается, когда ты проходишь мимо нее, вот я иду. И слева, типа, лост, тра-та-та-та-та. А, не, подожди. А может, это наоборот пишется, что потрачена одна стрела, кстати? Не, лост — это потеря. А, ну все, значит. А я еще такой смотрю, высветилось, думаю, здесь, в смысле, как в Assassin's Creed, типа. Нет, допиливают, игру очень приятно смотреть. Блин, и самое главное, что пока что на данный момент не теряется вот в производительности. Это офигенно. Потому что и вот это, и рассвет прикольный, и вода классно сделана. Вы чё, соль не добрали? А там соль была новая, реснутая, что ли? Да, да, реснутая. Не нужно столько соли. Если это нужно для готовки, мне кажется, набрали вполне себе достаточно, потому что у меня вот 191 соль, у Русика, наверное, тоже плюс-минус 200, типа, есть. 332. Ну вот, там столько борщей не наваришь, по сути. Бля, может, соль выкинуть? Кстати, блин, интересно, они будут завозить потом какой-нибудь контент в воде, ну, типа, реально, там, какой-нибудь подводный данж, я не знаю, там, что-нибудь такое, было бы прикольно, кстати. Ну, камни там можно добывать. Нападение акул, я хз. Тут пираньи, чем тебе акулы. Не, ну пираньи — это в озерах, да, это я помню. А крокодил в воде, через... Блин, ну вообще, кстати... А, не, хотя не профитно нихера. Если чисто на крабах качаться за одного краба, грубо говоря, за секунд 15-20, 200 опыта, это ни о чем. Проще поставить на крафт что-нибудь и крафтить тупо в инвентаре. И параллельно добывать руду какую-нибудь. 5 секундочку. На самом деле, это просто на крафт поставить. И очень быстро может качнуть. Ну, имеешь в виду чисто на станок на какой-нибудь? Да. Ну, кстати, да. Часов 20 и все. Ну, кстати, блин. Ты там развлекаешься, я к лагерю иду. Не-не, все это я, да, отвлекся. Ну, мы просто это... Вы заговариваете меня просто чатом, а я когда начинаю трындеть, я отвлекаюсь от основной цели нашего мероприятия. Че наварят борщи, а соль не та, и пойдут с ягуарами воевать, а кажется, просто стояли в небо пялились. Да-да-да, не ту соль подобрали, типа. Осуждаю. А у тебя на шифте вообще может бежать или нет? Нет.
Ага, я понял. О, маленький. Птичка. Маленький птичка. Кстати, чат, обрати внимание, вот мы когда бежали, тут земля была сухая. Идет дождь. И смотрите, как визуально, во-первых, отображается текстура, то есть это видно, что земля действительно мокрая. А во-вторых, Руслан вот пробежал. И, короче, вот смотри, когда вот бегаешь, вот пробежался ты, да? И здесь даже следы, причем это не просто пятнышко какое-то нарисовано, а они прям, ну, 3D-шные, то есть это полноценные вмятины, это вообще круто сделано. То есть разрабы прям, ну, действительно молодцы, работают над игрой, это классно. Это прям мое почтение. Так, ладно. Раз ты просто бежишь, а я побегу тогда через... О, правильно, через руины. Пользуясь случаем, как говоришь. Ресов лишних не бывает. Идь. Бляха, зачем я туда побежал? Тут гора такая. Подожди, а здесь, кстати, по-моему, тоже пантера раньше была. Могу наеживать, но если она тут была, это все, это провал, блядь. У тебя картошки нету? А... Есть еще одна, один стак. Ну, одна тарелка, короче. Че, подогнать, подогнать? Да, есть неплохо, по-моему. Ща, давай я этот лутану сейчас тогда этот базу и отдам как раз. Ну ты иди на базу, я тебе на пересечку типа пойду. Навстречу. Иди, это ты громко сказал. Не, ну пересечка это я из профессионального языка, поэтому как бы. Так, тут у нас собакина. Ща, тут буквально... А, тут вообще просто одна собака была. Вот это ништяк. Это хорошо. Блин, надо будет срочно за выходные. Мне, короче, заморочиться и апнуть 25 уровень, потому что мне нужен 25 уровень, чтобы прокачать перса. Так, а Русик у нас... А где он? Вижу. Вот туда надо, окей. Все, Рус, навстречу бегу. Ну, не навстречу, а к тебе туда. В твои края, как говорится. Блин, стамина все меньше и меньше. Я и думаю, что такое, блин? А где ты там бегаешь вообще? Ты же бежал в другую сторону, как ты оказался там? Или ты просто стоишь? Непонятненько. На шифте. А я понял. У меня кончились эти мухоморы, ё-моё. Даже протухли, что ли? Нет, вот они, а чё? В смысле? Странно, почему-то убрались из инвентаря. Так, я где-то здесь, и ты где-то там. Подожди, ты в самом низу, что ли? Блять, ты серьезно? Понимаю. Ну, если получится... А, блять, он летит! Он вообще летит жестко! Ой, блять! Пиздарики, все. Выжил? Да, как бы хуюшки, хую. Хилься. Вот это вообще... Он вообще тупо со скалы здесь летел, даже не останавливался. Просто на скорости, блядь, по склону. Жестко. Нокнутый, да-да-да. Сейчас попытаюсь отхилить его. Но по идее должен, потому что есть эти прем-бандажики. Не, ну это было сурово. А, стамина тратится вообще капец. А, вот ты про что говорил, я понял. Ой, хорош. Фух, ё-моё. Теперь посмотри на свою мораль. А все там вообще пипец. Ой-ой-ой, а чё? А.
А, ну понятно, все, блядь, Руслан, мы будем идти 500 часов теперь до базы, блядь. Понятно, у меня перегруз, я еле иду вообще, по-моему, еще медленнее, чем ты теперь. Ой, блядь. Хуйня какая-то. Блядь. Спускайся ко мне, можешь? Да я не знаю, тут еще какая-то скала высокая. Сейчас я дай попробую подняться. Не-не, подниматься не надо. Подниматься не надо, лучше я попробую спуститься. Я пока не знаю где. Ну, блин, слушай, надо что-то скидывать. Как бы, или тин ор, а вот гипс я скину. А хули толку, 1,2 килограмма освобожу. Это не, вообще типа не поможет. Пиздец, блядь, сходили в путешествие, время только просрали, блядь. Соль скидывай. Соль выкидывать? Конечно. Но 7 килограмм мне тоже не поможет. А, подожди. А, подожди, поможет. В смысле не поможет? Подожди, а гипс нужен или скинуть его нахер? Нет, скидывай гипс. Соль, можешь всю выкинуть, гипс выкинуть. 116? Не-не-не, подожди, я сейчас... Хочу, так скажем, наименьшими потерями, блядь. Да я за соль сбегаю. Ван гипс нахер идет? Блядь. Подожди, а если соль... Не, я сейчас по-хитрому. Блин, по-хитрому надо... как минимум половину скинуть. Мне нужно 11 килограмм скинуть. Понятно, в итоге всю соль скинуть. Сука, еще 2 килограмма. Че еще выкинуть на? Я уже все выкинул. Что... Флинт можно выкинуть. 9 килограмм освобожу еще. Да флинт давно пора выкинуть. Все, ништяк. А, все... а почему он все равно медленно идет? Get disprited and sleepy, need sleep. Пиздец. Нужен сон, короче. Да, ну да. То есть, ну типа, ничего не поможет, кроме как... Подожди, а может мы кровать можем скрафтить? Ты мне отдай эту картошку. Картошечку ловить, пожалуйста. Скинул. А где? А где? Рус, я скинул. Я не вижу картошку. А я скинул. А, все подобрал. Так, ладно, как там кровать крафчится, блядь? Так, скинь мне что-нибудь. Я имею в виду, если это руду, еще что-нибудь. А чё толку? У меня все равно персонаж ничего не сможет сделать. Может проще... Да, нет. Хотя, кстати... Блин, а может реально нокнуться и... Слушай, а поставь кэмпфайр, Руси, где-нибудь рядом просто, и все как бы. Если бы у меня был кэмпфайр. А че, а его крафтить геморно? Я что, я не, просто не помню. Бранч, стол. Ладно, сейчас кровать, подожди, классические постройки или где... Надо кровать тупо поставить здесь, и все, блядь. Это, ну реально. Самый простой вариант, только я не знаю, где кровать, потому что я хз. Кровать. Ага, во. Чик. Чик. Пэт, а нужен планк? Блять, планк это доски, сука, да? Ну, планк. А доски мы можем только делать у нас на станке, типа, у да? У тебя коврик есть? О, коврик же тоже можно. Точно, блять. Коврик. А тренч и 3 кроп нужен. Это то, что я всегда крафчу, но у меня этого нету. Хм. Пойду дойду до кустов. Прошло 3 часа. Ебать, мы с красными просто вообще же. Чать, как тебе такая скорость? Понимаешь, вот начиналось все так дружелюбно и классно, да, так быстро и хорошо. Так. Так. Так, подожди, а что надо? 3 кроп нужен.
Я уже забыл. Да... А ты в курсе, что киркой долбишь? А, да? Это кирка? Блять, это кир... Нет, это коса у меня такая. А, это коса? Да-да-да, это коса. Так, блин, где я? Только что смотрел. Коврик, коврик, коврик. Коврик, 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 коврик. Ёпта, где я коврик изучал? Я только что... Блях, меня бесит. Я только что изучал... А, вот. Так, нужно 2-3 кропа. А, трава есть. 2-3 кропа. Вообще изи. 2, пожалуйста. Сейчас херак, а здесь нельзя положить коврик. 2 пенсионера, говорит, блядь, тупо. Не, ну да, такие. Пока бегали, знаешь, прошли года. Так, а скрафтить, 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 скрафтить. Коврик. И то есть ты хочешь сказать, что можно тупо на земле положить коврик, и он отдохнет хоть как-то? Иди долго. Или коврик только в постройке можно поставить? Вот это будет вообще жестко. Рядом с кемпфайром, то есть. Блять. Это будет... О, слушай, чарики есть? У меня... Жена говорит, у тебя орешки точно есть. Не, ну это-то да. Съешь орехи, не помарь. Та-та-та-та-та-та, Рич Хардвуд, та-та-та-та-та. Hunger recover small amount of HP and improve mood. Ну куда? Ну что-то там, да, такое. Не, не рабочая схема. А, короче, здесь нельзя поставить ковер этот. Зря скрафт. Подожди. Короче, пусть, говорит, выпьет алка, говорит, опьянеет, уснет. Нормально, блядь. Как отменить-то постройку? А, switch cancel. Блин, может реально нокнуться и тупо вернуться? Но тут пиздец, бежать сколько это вообще? А терять... Бля, а терять есть что? Камон, тут шмотки такие. У тебя нету этих камней? Вообще. Каких? Обычных. Обычных? Нет. Я... Ты мне сказал все скинуть, я все скинул. Профессиональные выживальщики. Да. Блин, а... Руду я не брошу. Не-не, руду не надо, ты что? Чатик, самое удивительное, что здесь никак и не нокнешься, как бы, понимаешь? Тут безысходность это называется. На крабов напал. О! 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 Кстати, а с обрыва побыстрее передвигаться. Не, ну вообще тупо реально быстрее будет. Ага. Добежать. Добежать что надо, алло. Потому что там вверху, там и собак немерено будет. Кстати. Блин, жалко жвачка не в, ну, в игре, но типа не в игре. А может реально построить какой-нибудь... Обычную палатку и обычный костер, типа? Ну, мы восстанавливались около кэмпфайра. Для кэмпфайра мне нужно... О, камней. Блять, и камней как назло нету, да? Но не будем. Ой, бля. Да дойдем, чё, парься. До куда? До крабов есть только. Блядь, хреновая была идея, на самом деле, блядь, вся вот эта движуха, блядь. Ой, блядь. Мне кажется, я бы проще добежал бы, выгрузил и прибежал бы к тебе обратно, кстати. Ну, в принципе, да. В итоге двое, блядь, такие пу-пу-пу. Причем самое обидное, скинуть типа нечего даже. Да, блядь. О, впереди, я вижу впереди камни. Их немного, но они там есть. Зажми кнопку на клаве и спать иди, говорит, дойдете. Да, если бы тут по прямой было, как футбольное поле, а не вот эти горы, Антох, то да. Можно плюсик нажать. И что это будет? А то я нажму сейчас.
А плющик это что? Ну не, Руслан, сказала, говори Б. У меня это автохват. А, да? Бля, у меня это убирает интерфейс весь. Да. Слушай, подожди, что, иди ко мне. Не совсем удачный поход был. Да подожди, смотри, там камней сколько. Возьми камни. Руду. И стой. В смысле, стой, я могу идти даже? Иди ты. Скорость хода у меня все равно не поменялась, поэтому... А чё там, вот здесь прямо камни, их можно этой киркой тупо подобывать, ручка, тут их дохерища прям. Ну вот, здоровые, здоровые камни. Давай, доброй ночи. Удачи вам, говорит, дойти до камней. Понятно. Не, ну вообще нормально так идет, хорошо. Ты видишь, где камни? Вон, 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 слева прям. Рус. Я уже все набрал сейчас. А-а-а. Пойдем, а нет, долго идти. Здесь не ставится, прикинь. Пойдем, ну, скорее всего, на ровной поверхности, да. Либо нужен навес. Вот это будет вообще подстава. О, я вижу кампфайр. Я почти добежал. Ой, бля. А кампфайр, кстати, не этот, не тухнет, нет? Если доски есть. Ну, от дождя я имею в виду. Тухнет, тухнет. Скидывай воду и чеши спать. В смысле чеши спать? А, ты в реале мне имеешь в виду? Мне в реале, в принципе, тоже можно уже. Вот скинь, похоже, больше нет места. Не, я же скинул, трэч могу скинуть. Это трэч, это не надо, не подбирай. Не, мне главное... Не, у меня скорость все равно не меняется, потому что у него... Я даже скажу так. Во-первых... Ну, короче, мало того, что красный, вот эта мораль... Так она еще наполовину уже темная. То есть, если. Вот мне кажется, если до темноты дойдет, то вообще, мне кажется, удалится персонаж из игры нахрен. Я надеюсь, ты траву-то не подбирал? Блин, соль жалко, соль надо было. Блин, что-то. А я уже не вспомню. А, не, хотя что не вспомню, мы-то не так далеко ушли. Кстати, надо будет вернуться, потом соль тогда забрать. Главное, чтобы... Да, в смысле, там 190 соли. Там 400. Руська, мы прошли метров, ну, 70 максимум. Тут добежать-то на шифте вообще изи. Только я ее скидывал, по-моему, на горе же, да? На небольшую горочку вот это, когда уже вниз к тебе прыгал. Ты в курсе, он попадает? А мы идем уже, наверное, примерно столько же, да? Если не больше. Плюс пока восстановится еще. Да, понятно. Так. Так, пока нигде нельзя поставить. Блять, стопудово фундамент еще для коврика нужен какой-нибудь. Вот это будет вообще подстава. Скай, костер еще потух, да еб... Кровать не стоит. А, подожди, ну у костра хотя бы тепло может быть. Билдинг, коллижен, чё? Чё надо сделать? Дай. Ай, подожди, сейчас. Скинул. Пытаюсь отходить. Но мне кажется, фундамент под него какой-то нужен, типа. Ну, какой-нибудь обычный, классический. Не ставим, сейчас посмотрю. Чё? Сейчас посмотрю. Костер, ну отогрей нас, пожалуйста.
О-о-о! Хорош. Бегу, бегу. Здорово, Руслан, привет. Сюда. Все, я уже нажал на Е, он уже идет даже задом. Все, ништяк. А точно стамина восстанавливается? Мне кажется, коврик, он не работает, как кровать почему-то. Он медленный. Не, ну просто на кровати там появляется экран, что ты типа спишь как будто. О, нажми, посмотри, Маракис. О. 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 Английскую, о. Ну, английскую, о, нажал. Пытаюсь найти, где мораль отображается. А, подожди, вижу, вижу, вижу. Мораль. 0. А, ву, кстати, восстанавливается. 0,7. 0,7. 0,8. Я дико извиняюсь, сколько ему морали надо, чтобы он более-менее шел нормально. О, один! Пу-пу-пу, блядь. Можешь забрать? Можешь, забрал. Я сейчас приду. Давай. О, уже полторашечка. Блин, а если бы поближе к костру сидел, было бы вообще, наверное, ништяк. А, ты костер... А, ты переставил? Ай, красава. Ближе не ставил. Не-не-не, красава, что... я вижу, что переставил. Просто я смотрю этот, как его... Там же, по-моему, эффект еще появлялся какой-то около костра, когда сидишь, типа. Есть таким ходом, наверное... Есть таким ходом, то можно небольшую карту делать. Ну, можно вообще 10 на 10 метров, в принципе, и все. Не, ну путешествие получилось эпичное, максимально, согласитесь. Бегали, всех побеждали, понимаешь, разносили, раскатывали. И что-то пошло не потом так. Жадность. Да, потом реально жадность сгубила, вот реально. А, стамина, блин, ну прокачивать стамину я хз. Прям вот сомнительно, вообще удовольствие. Проще отойти на метр, переждать, чтобы она восстановилась, и вкачивать боевые характеристики или хп типа. Потому что стамина, она в любом случае просаживается жестко. Хотя, кстати, а если прокачать вот этот перк, там написано, что трата стамины за одно очко дает минус 0,5%. То есть она будет тратиться все равно меньше. Восстанавливаться быстрее будет и тратиться меньше, то есть... Плюс, наверное, какой-то все равно есть, но это... За кого надо прокачать тогда? Так, стамина у меня 17 максимально, надо запомнить. Мне просто интересно, стамина тоже будет повышаться сейчас за счет отдыха? Или ни хрена? А, кстати, во, стамина, да, повышается. Отдых очень медленно повышается, и стамина тоже... Ну, короче, ништяк. Другой вопрос, сколько это будет по времени, типа, по затратам? Ну, я сейчас вернусь. Ой, извините. Не, игрушка прям клёвая. Главное, зато мы теперь знаем, что жадничать в игре не стоит. Абсолютно, вообще не надо. Чат, никогда не жадничай в играх. Мы с Иваном шли так. Часа два. Часа два таким темпом? Да, да, да. Жесть. Сегодня? Нет, на прошлый. А, не, просто если было сегодня, было бы хотя бы логично, что жвачка такой за этого ней. Не, он что-то с утра. А. Может, приболел или еще что? Фиг знает. Разные бывают ситуации, тут не поспоришь. Так, а еще на О? О, уже мораль 4 из 4, кстати. И стамина 23. А, подожди. Так. А. И количество уносимого веса у меня тоже потихоньку, но растет.
Да-да-да. Угу. Потом ты фишка, чем ниже мораль. Угу. Так, это ништяк тогда. Если это подрастает, это хорошо. А если еще съесть грибы? А он не ест, сидя на этой штуке, окей. А, ты хочешь ломануться до базы добежать, что ли? Ну, я уже на полпути. Да, Антоха, именно так. Чатик, не забывай на ютубе прожать лайк, потому что это путешествие, оно просто было шедевральное, по-моему. Вообще топовое. А, не, кстати, съел мушрумс. Кстати, съел. Ой, стамина плюс 10. Хм. Так, а по загрузке. 94 кг у меня сейчас на руках. Могу на данный момент нести уже 27,7. Так, это хорошо. Ага. 3 килограмма серебро и тин ор 54 кг на мне получается сейчас, да? Плюс стрелы 191. Нахер столько стрел? Хотя они весят, наверное, не особо много, в принципе. А, нихер. 9,5 килограмм стрел. Приколи такой. Пошел в бой такой. 10 килограмм в колчане такие лежат, бля. Нормально. Ну, тут нормальная схема. Так, это растет. Бля, мораль 6,8 из 58. Это капец. Можно было бы заморочиться, вкачать, но, блин. Тратить очки вообще жалко. Прям вообще жалко тратить очки на стамину. О, блин, а если у меня персонаж пить захочет, что делать ему бедненькому? А, у меня есть бурдюк. Бурдюк есть, да-да-да-да-да, вижу. Это уже хорошо. Не-не, нормально. Рабочая схема. Зато смотри, чатик, какой пейзаж. Смотри, море, пальма и костер. Да вообще, Антох, пипец. Да. И пока посмотри, что можно качнуть. Имеешь в виду в маске, типа? Ну да. Угу. Ой, это шутка. Я тебя выложу. Я, кстати, слышал, да, ты сказал, что картошка закончилась, но это вообще жестко. Блин, я не добежал буквально процентов 40. 460 метров. Нормально, чё. А, ну, кстати, вот как раз кэмпфайр от меня 100 км, и ты не добежал 400 с копейки. Как раз, да, вот. 40%. Да, блин. Да надо было тебе вообще по максимуму выгрузить мне что-нибудь. Я еще запаковался. А интересно, если из игры выйти, оно будет восстанавливаться или нет, как бы? Что? Ну, все. У меня же персонаж останется сидеть на коврике ж, по идее. Ну да, ты выйдешь, зайдешь, уже будешь живой. Ну вот я про это и говорю, потому что время без 15:12, как бы спать уже можно, в принципе, идти. Да ложись. А сейчас пока он восстановится, блин. Плюс еще потом бежать минут 20, но это такое. Ну не 20, ладно, минут 15. Да выходи, что ты паришься. Не, а он реально точно, блин, просто я вот не уверен, что он починится. Ну, я в любом случае сейчас доползу, если до базы. А он, кстати, только около костра восстанавливает мораль? Или, в принципе, из-за того, что сидит на коврике? Из-за того, что сидит, наверное.
А, то есть, короче, наличие костра типа не обязательно, да? Угу. Блин, да, жалко, нет какого-нибудь бафа. Знаешь, там зелье отдыха. Лупанул и сел на коврик. А, есть такое? Да, только его еще надо сделать. Да, и главное, чтобы оно еще и не портилось. Было бы вообще ништяк. Ну, прикинь, такой накрафтил, накрафтил. Сейчас принесу, пацаны, бежишь, бежишь, еле-еле. И такой раз, и все, оно испортилось. Так, ладно, действительно, можно посмотреть, что в маске можно качнуть. Хотя я посмотрел, там ни хрена особо интересного нет. 25 уровень я не апнул ни хрена. Щит молотый. А, подожди, я могу... А чё вот это такое? Самое крайнее, где пирамиды. Я помню, вчера читал, но не особо запомнил про что. Жесткость маски, обеспечивая при необходимости. Защита головы, понятно, говно какое-то. Не особо нужное. Гуманоиды. Харвестинг. Кстати, блин, можно харвестинг прокачать, чё нет? А чё нет? Мелочь, а пригодится, наверное. Так, а это что такое? Тело от падения, распределяя силу удара по всему... урон от падения уменьшен на 2... Вот это, кстати, нормальная штука. Вот это, кстати, пригодится. А, крафтинг спид, скорость крафта. Не, ну скорость крафта и убийство гуманоидов. А ты прокачивал, кстати, это, Руська? Или нафиг не надо? Просто кристаллов до хера, 12 кристаллов, типа, смысл. Майнинг, рубка, готовка. Извините. Energy Storage. Это же имеется в виду именно энергия маски же, правильно? А не энергия персонажа, типа. Логично, потому что то прокачивается через другие умения. Блин, непонятно, как качать еще вот эти 6 ячеечек, которые прям под маской, типа, прописаны. С замками, которые. Они что ж по-любому что-то делают умные. Так, это нафиг. Это тоже. А это что такое? Это Animals Hobbits. Чего, кого, в смысле? Что тут надо делать? Получить знания о повадке животных, использовать восприятие жизни, идентифицировать, отмечать места обитания животных, места водопоя, места кормления. Спасибо, не надо. Мы как-то сами и так справимся. А вот это, кстати, а вот, о, вот это можно выкачать. Использовать сознание во время боя, при атаке голыми руками или перчатками, скорость роста мастерства плюс 25%. Та-та-та-та-та-та-та. Камон. А, подожди, при атаке голыми руками или перчатками. А, не, нафиг мне тогда это изучать? А нафиг я вообще изучал эту перчатку? А, потому что дальше бы я не прошел, если бы я не изучил. Окей, логично. Логичненько. Так, 53 из 94. Короче, да. Пойду я щемить без 10, блин, там восстанавливаться еще будет, наверное, минут 30. И еще бежать столько же. Ладно, Русик, спасибо огромное за компанию. Все вообще нормально, кстати, побегали. И даже вот этот момент, он нормальный. Отлично. Ну, в кавычках, конечно, блядь. Вообще в кавычках, прям вообще в кавычках. А ты уже на базе? А как это ты? А, или ты... А, нет, это жвачка. А ты вышел, что ли, из игры? Нет, я на базе. А, вот сейчас вижу. Ты что, утопил персонажа в воде, что ли? Нет. Хуже. Я скинул 300 роты. А-а-а. Блин. Экстрим.
И вот эта руда, которая у меня есть, ее тоже не скинешь нахрен, потому что... Не, не скидывай, я хочу ее забрать, я уже бегу за ней. Не-не-не-не-не, я имею в виду, которая моя, типа. А я у тебя ее заберу. Ага. А свои ты куда скинул? На базу. Просто выкинул. Через 15 минут она пропадет. А что, ты куда-нибудь не положил, типа? В смысле, я скинул на землю. На базе? Нет, не на базе. А, просто рандомно где-то? На полпути. Ёба. А, ну так ты забери свою руду, а я пошел спать, а я завтра просто принесу ее и все, типа, как бы. Ты иди спать, конечно. По сути. Ладно, Русик, давай. Доброй ночи. Давай, спасибо еще раз за компанию. Ага, давай, пока-пока. Пока. Чатик, спасибо всем огромное, кто был на стриме. По-моему, все равно нормально с Русланом побегали, но видишь, как бывает, что жадность иногда в игре может сыграть, так скажем, злую шуточку. Поэтому, ну, ничего страшного, персонаж у меня все равно завтра должен появиться, по идее, отдохнувшим, потому что персонажи остаются в игре непосредственно, да, то есть стамина восстановится, мораль восстановится, по идее, ну, я надеюсь, как бы, вот, и завтра мы уже ворвемся, то есть руда будет у меня. Единственное, конечно, хреново то, что Русику оно бы, наверное, тоже пригодилось, 300 как раз вот этой руды, но, блин, из-за игры терять, типа, час сна... Из 5 часов минус час спать 4 часа, но это будет вообще, ну, максимально жестко, потому что завтра рабочий день, все дела. Поэтому как-то так. Вот, игруха офигенная. Не забудь, пожалуйста, прожать лайк на ютубе. Обязательно напиши под стримом, под вчерашним, под сегодняшним, что думаешь про игру. Действительно, очень важно знать мнение, как бы. Нравится игра, не нравится. А вот завтра теоретически пойдем тоже стримить ее же, потому что игруха реально классная, типа, офигенская. И надо, значит, ее максимально, значит, прощупать. Гидрация. Блин, ну нет. Вот сколько мы сидим уже, полчаса, у меня только загрузка 60% прокачалась. И мораль только 17. Алло. Ну, типа, это очень мало. Все, подожди, а я могу? Ради интереса просто встать, как встать? Не-не-не, не надо вставать. Давай-ка вернемся. А как? Как сесть-то, ёпта? Нет, скорость нифига не увеличена. 17 морали — это очень мало для персонажа, и он нифига двигаться не может. Короче, ручки, ничего страшного. Руда у нас будет завтра, как бы, и все будет хорошо. Все, ребят, всех обнял, приподнял, как говорится, спасибо за стрим. Приходите завтра, завтра будем творить. Завтра будем творить, понимаешь? Вот, всем спасибо, всем пока-пока. Пока.